Здорово всем. Так, я быстренько перезапущу, короче, стрим. Одну минутку.
Перезайдем. Теперь не грузится. Вот сервер говна. Нормально. Блин, значит, на самом деле запускали бы они через фло. Было бы идеально.
Так, еще раз здорово всем. Тяж с хэппи, шоу кап очередной. И Тяж решил хуманом сыграть, это меня радует. А то инфи вчера эльфом играл. На свече раз-то инфи два раза выиграл за андедов, но за эльфов он ничего не мог сделать. Хотя там были пару игр таких близких. Все равно. Это не то. Меня, кстати, тоже на шоука пригласили этот. Какого там, в конце августа, короче. Ну, с хэппи, если он будет. Но я надеюсь, кто-нибудь выиграет. Давно тяж, кстати, не видел. Смотрим, что может. Так, ну хэппин личом, наверное, на этой карте будет играть. Здесь лич напрашивается. Вообще уже давно не видел, чтобы хэппи стандартом играл. Типа ДК, крипинг со скелетами, потом с финды. Сейчас одна стратка. Одна стратка — это играть через лича первого и экспант, либо играть через ДК с гулями. Мне это не нравится, потому что, ну, такой напряжный билд. Как-то с финдами было всегда все проще. Типа ты всегда знал, вот сейчас там ДК придет, сейчас один фин, там второй, третий. Если ты как бы ломал построение финдов, там убивал одного, может там двух, то уже как бы у тебя жесткое преимущество было. А с гулями такого нет. Типа пару гулей потеряет, это вообще ничего не значит. Тем более, как правило, разменивает их. Ну, здесь лич будет. Да. На этой карте лич хорош, потому что экспанд легко крипится. А почему Power Build идет ферму? Он забыл ферму? Нет, вроде. Что за билд Power Build фермы? Что? Как можно было забыть ферму? А, лол, тут фаст алтарь, что? Какие-то новые стратки в 22-м году. Хэппи тоже увидел быстрого архимага, такой, чего? Какая-то лютая подстройка, но она... Эти фаст алтари херня. Херня. О май гад. Пипец, футмен уже не жилец. Хэппи, кстати, увидел, что, ну, там какая-то дичь, решил сразу экспант не идти ставить. Ну, сейчас подумает, может, поставит. Но обычно Хэппи, если видит, что какой-то дичь играет, то не идет ставить экспант, а просто крепится с лечом и все. Ну, и там сам подпушивает. Два клока выпало бесполезных. Окей, задумка интересная. Правда, здесь мало рабочих взял. Здесь сейчас они могут сдохнуть. Еще пришел с одного футмена увести битву. Или где он? Или он сдох.
Не, нормально, закрепился. А, этот футмен битый на нерубке сдох просто. Но он посмотрел, нет ли Т2 там. Ну и, кстати, нормально хэппи поджали. Он не докрепился, экспант не ставит, и в итоге Т2 нажимает. Не так уж поздно, как хотелось бы для Тяша, но все равно позднее. Ну и, в принципе, нормально. Если бы не вот этот косяк с футменом... Зря его, конечно, Лема отдает. Я завтракаю, я только проснулся. Овсянка с протеином. Короче, в принципе, неплохо. А тебя ж только знаете, еще минус какой? Он зря застройку плотную сделал. Потому что, понятное дело, что он играет... Он же в рефлоу будет играть или что он будет делать? А нет, вообще он рефлоу до сих пор не ставит. Это неправильно. То есть, если он в рефлоу хочет играть, может, он в какой-то Т3 будет играть? Но опять же, сейчас, если ты играешь с одной базы, то рифлы самые выгодные. Тем более против гулей, там каких-то коней делать не особо выгодно. Овсянка без всего, безвкусная. Кстати, тут уже и слишком enough крипинг, потому что здесь он забирает много экспы, и он еще здесь крипится, то есть там будет 3 с чем-то. It's okay. Здесь лич почти третьего. Проблема в том, что как бы ты ни старался быстро крепиться, ты все равно с личом не... ты его быстрее не перекрепишь. Он также будет третий. Только если вот сейчас бы он прибежал сюда на крипджек. Зря сюда бежит. Он типа видел, что Т2 не делается. Но логично, что хэппи не будет экспанс ставить. Ну, в любом случае, надо было проверить. Я вчера... не вчера, когда я там со 120-м играл. Позавчера. Он также поставил экспант. Ой, ЛС выпал. Кстати, из-за того, что вышки на мейне нету. Сейчас можно было бы, конечно, с личом забежать, но хэппи не стал это делать. Сейчас, кстати, на мейн неплохо забежит. Там ТП нету. О, там ТП нету. И персоналка-то перекуплена. Блин, можно было, конечно, в Акалитов забежать, но решил не рисковать. Но, кстати, гарантированно убить магазин. Слушайте, мне нравится, как Тиаш отыгрывает эту катку. То есть, понятное дело, что он сразу... У него был какой-то план. Типа играть... Не в экспант, а именно не дать экспант поставить и как-то играть в Т2 в технологии. Опять контраливает гулей. Ну, здесь у Лича фулл мана, есть две новые. Ну, какое-то количество гулей потерпает. Две гули терпят. Сношает он магазин. Кстати, магазин сношает, это хорошо, там скелетов новых не купит. Вообще магазин у каждый раз это уязвимая часть. Кроме орковский магазин неубиваемый. Слушай, ну несколько гулей убил, потерял всех футменов, да? Блин, то, что вот потерял всех футменов, и он играет без рифлов, это беда. Потому что, а как сейчас крепится-то, у тебя 0 футменов, и ты рифлов не делаешь? Он делает пристов и какой-то Т3. Я вот пока не понимаю, что он вообще собирается делать. Кузница, лесопилки нет. То есть это не конь, это не... Тут вроде с болта добил Мурлока. Такое ощущение. Потому что где-то экспу взял. 20 экспы. Нет, 20 экспы мало, там бы больше было. Ой, там третья новая, сейчас Архимаг-то. Ну это минус телепорт. Архимаг передал сапоги, поэтому не убежит. Сейчас убьет Теста. Вообще, если бы он играл в рифлов, у него бы уже 3 рифла было бы. И он бы спокойно крипился. Я не понимаю пока, в чем стратка. Делает одновременно лесопилку с кузницей. Для коней нужна и лесопилка, и кузница. Ну, блин, ну какая-то хрень, если честно. Типа кони с пристами, что ли? Сейчас еще минус прист. Ну и гномик уже терпит. Сейчас будет...
Восстановление маны на 1000. Да, это минус гномик. 1000 мана восстановил с лича за один ритуал. Сейчас спокойно еще версир забирает. И пендант маны! Ну, это хорошо. Кстати, ни разу не видел, чтобы Хэбби обузил пендант маны на личе. О, здесь еще слиперсы халявные. Ну, я не понимаю, что за билд. А, он в грифонов? Да это вообще-то забей, это хрень. Выиграть Хэбби с одной базы, играя в грифонов, забей, это нереально. Короче, ни разу не видел, чтобы Хэбби обузил пендант маны. Потому что, объясняю, пендант маны, как и та же самая цирклетка, ну, так же работает, как с сифоном маны и с выкладыванием девайсов перед выпиванием из колодцев. То есть ты, у тебя, допустим, пендант маны на лече. Ты выкладываешь пендант, съедаешь скелета и поднимаешь пендант, и ты тем самым получаешь больше маны. То же самое, как ты мана-дрейн делаешь. Ну, там, банку маны выпиваешь. Короче, одна система вся. Хэппи ни разу не видел, чтобы я такой... Ну, я ни разу не видел, чтобы он это делал. Либо он не знает, либо просто ему лень. Но там, получается, где-то ты 50 маны халявные получаешь, или типа того. Надо чекнуть, кстати. Ну, грифоны с одной базы, ну, типа, с пристами, нерфайером, паладином. Ну, вы видели, сколько он развивался до этих грифонов? Если бы у него были рифлы, он бы уже гномика третьего сделал. Ну, понимаете, давайте объясню, в чем прикол. Тяж достаточно неплохо похарасил на мейне, тут убивал гулей. То есть задержал какой-то Т2 там и быстрее в Т3 начал выходить. Если бы это время он использовал для рифлов, он бы сейчас прокрепился лучше и как, ну... ситуации бы был бы впереди. Понимаете, чтобы грифоны выигрывали игру, их нужно пиздец как много. Просто вот реально много. А то, что ты построишь там 3-4 грифона, это вообще забей. Гаргулю делает. Он, то ли он увидел грифонов, то ли гаргу делает просто. Ну, наверное, скорее всего, увидел. Ну, логичнее паутину сделать. Хотя гарги также с одной базы контрят грифонов нормально. Потому что и стриба у тебя заблочены, из того, что там Dark Ranger-ка. Ну и плюс ты не сможешь настроить и ястребов много, и против гаргулей. Ну и грифонов при этом. Вот. И, соответственно, вертолеты ты не построишь, потому что у тебя тупо ресурсов нет на это. Еще ставить еще вертолетницы. Архимага не отводит, чтобы экспу получали. Арбы стафа нету, но это, к сожалению, это поражение. Будет в нули вообще разъеб. Ну, потому что, я не знаю, ну, как бы, стратка не стратка. Я говорю, тут в этой ситуации рифлы очень хорошо заходили. Третий гномик. Клэпа нет, кстати. Блин, вот меня еще знаете, в чем проблема в игре в одну базу против андеда за хумана? То, что андед за счет ауры ДК, за счет быстрых гулей, да неважно, там, за счет дестройеров, он очень часто во время игры забегает тебе на мейн и убивает просто всех рабочих там за буквально за полминуты, и ты просто остаешься без экономики. Играя одну базу против одну, тебе надо еще восстанавливать рабочих, это забей. Поэтому одна база против одной, против андеда, это практически всегда гарантированный луз. Кстати, он пристам даже диспл не сделал. Здесь, кстати, хорошая позиция была с четырьмя грифонами плюс Dragon Hawk. Но убита вся экономика, и сейчас он тратит кучу ресурсов, чтобы восстановить ее. Проблема всегда игры одной базы против андеда за хумана, это всегда то, что тебя забегают, рабочих убивают. Знаете, есть там вот один чел, короче, этот андед китайский, ПСГ, что ли, по-моему, ПСГ, да, я с ним иногда попадаю в ладере. Он тоже личом первым играет иногда, или там еще чем-то. И типа я его пропушу, он не ставит экспанты, мы играем одну базу в одну,
Я всю игру контролирую за счет рифлов, криплюсь лучше. И знаете, как игра затягивается просто на полчаса из-за того, что он тупо не сражается, я его прийти на базе убить не могу. Он пытается второй экспанд поставить и просто бегает, короче, мне рабочих убивает этими дестройерами и героями. Я его не могу поймать за счет ауры, мне приходится постоянно вышки ставить, и вот этот идиотизм происходит 30 минут. Пока я его все-таки не поймаю, не убью героев ему и не выиграю игру. Но это такой идиотизм, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ты не можешь прийти, убить на базе андеда. И он просто за счет ауры бегает быстрее, и тебя постоянно рабочих убивает. И вот такой идиотизм длится очень долго. Поэтому одна база против андеда, это, как правило, всегда в минус хуману. Вот, кстати, они сейчас расами поменяются, если будет одна база в одну. Посмотрим, как будет Тяж играть за андеда. Потому что когда Романтик играл за Undead, он не пытался на мейн забегать, когда Хэппи даже не строил вышки. Здесь финальный файт, но там 56 лимита на 47. Тут дестройеры с маной. Несколько гаргулей. Проблема в том, что здесь последние 2 минуты Хуман практически не добывал ресурсы, поэтому тут разница уже в 600 голды. Герои там 5-3-3. Гаргу подрезал. Теперь, кстати, Драгон Хавки заблочено, потому что магазин убили. Но экономики нет, он не может просто отстраивать лимит. Арбу, кстати, успел купить, стафа нету. Пытается в лича просто тыкнуть, но это бессмысленно. Ну да, есть как бы вариант затыкать героев, потому что арба работает. Опять же, на Хавков кинули Сайленс 2-го уровня, кажется. Есть типа Air Fight, который, естественно, дестройеры выигрывают. Ну, затыкать героев как вариант. Нет, тут затыкали быстрее гномика. Ну, кстати, неплохо, почти убил ДК. Ну, только дестров нечем убивать. И гномик умер. Вообще, плюс грифонов то, что они телеги очень быстро убивают. Ну, такая себе игра, конечно. Начало было классное от Тяши, но потом он какую-то херню начал делать. Здорово всем. В вопсах весь свет мирового варика. Ну, интересно всегда эти шоу-капы смотреть. Все ждут, когда Хэппи проиграет. Хэппи все не проигрывает уже там 30 с чем-то раундов. Это какой сейчас, 35-й? Сейчас они расами свичнутся. Следующий будет с Флаем. Победитель. Потом 37-й. С Кларфулом. Ну, Кларфул вообще в этом формате, кстати, ну... Кларфул один из тех игроков, который за другие расы не умеет играть. По крайней мере, то, что я видел. Я помню, он как-то с Хэппи тоже на этом формате. Еще там другой формат немного был. Он за Андеда был. Colorful. И он просто забыл Зиккурат. Не смог заказать героя. И в итоге взял Питлорда.
Так, 38-й будет ПСГ. Серьезно, ПСГ. Чаемика, 39-й. 40-й Ловлит. Вот Ловлит уже как бы такой поинтересней. Хитмана тоже пригласили. Каху. Меня тоже пригласили на этот кап. В конце августа. Хэппи в обсервер зашел. Не будет играть. Не хочет за хуманов играть. Ну, Хэппи за хуманов. Вообще, Хэппи, он за другие расы играет. Ну, естественно, у него нету пула стратегий за другие расы. Он, как правило, играет что-то одно. Потому что, ну, сложно за... не свою расу, еще и как бы несколько разных там стратегий, вариантов искать. Он что-то одно играет, как обычно. То есть за хуманов он играет просто рифлов. Опять же, это правильно, потому что зачем что-то придумывать и играть, например, в те же игры с экспандом, когда с экспандом игра намного сложнее, потому что ну, там много подводных камней с экспандом. Поэтому играешь просто как бы с одной базы, потому что... потому что проще... проще как бы приспособиться. Вот. Я говорил не про неплохо или хорошо, я говорил про пул стратегий. То есть, как правило, там что-то одно катается. Ну, например, если Хэппи там за хуманов бы против лифа играл, то он будет всегда рифлами играть. Хотя это в большинстве ситуаций невыгодно, потому что против большинства игроков рифлы не будут работать. Кто-то не сгрузился. А кто там не зашел? Надо перезапустить варик. Всем, видимо. Там вроде 120 зашел, у него какие-то там проблемы с пингом были. Опять пинг что-то повысился. Опять что не запустилась катка? Кто-то не рестартнул Warcraft или что?
Лаунчер сегодня обновили, видимо, какие-то проблемы. Смотрите, а что? Значит, что-то такое неприятненькое. Один ноль пока. А, это 120-й, короче. Это 120-й не может запуститься, потому что он не апгрейдил этот лаунчер. А когда перед стримом запустил, там как раз апдейт был. Он типа автоматический. Вроде кроме 120-го больше никто не заходил. Поехали. Так вот, я рассказывал про то пингбак. Что-то опять не то. У меня, кстати, 152 показывает, хотя у меня до этого сервера сотка пинг. Хотя сейчас 154. Но это надо перезайти, значит. Блин, на самом деле вот эта вся нервотрепка для игроков, она пипец бесячая. Типа постоянно какие-то, ну, проблемы с апсерверами там. Пинги, вот эти, все это как бы отвлекает очень сильно от игры тебя. То есть ты хочешь просто поиграть, а тебе постоянно приходится. Поэтому в идеале, как правило, обычно обсерверов не пускают. Я с этим согласен. Но надо тогда делать, чтобы люди могли где посмотреть. То есть, ну и кого-то перестримить. Что-то с пингом у Хэппи. Ну, это к этому хосту, значит, плохой коннект. Кстати, если я правильно понял, Хэппи намного приятнее играть, например, на Е5 здесь, ЕУ5 на московском хосте с 5 пингом. Вот, и потом следующую катку играть на Натызе, где у него там пинг 150 плюс. Чем играть вот на этом хосте, где равный пинг по сотке все катки. Я, в принципе, наверное, с ним согласен. Скорее да, чем нет, потому что... Ну да, он у Хэппи 150. Как и у меня. Что-то коннект к этому конкретно серверу сейчас хуже стал. На 50 пинга это много. Причем еще, видите, важно то, что... вот это, ну, это как коннект, как на телефоне.
Надо хэппи, что неправильный путь, короче. Этого. До сервера. У меня же тоже 150 пинг. Мы же с хэппи в одной хате живем. Ну, ждем, чем. It's pink problem, guys. Кяш уже предлагает на ЕУ5 играть. Блин, они... Я первый раз, короче, вижу, чтобы китайцы писали английским транслитом, типа... Ну, как мы пишем на английском транслите, типа русским, они пишут, короче, английским транслитом, чтобы по-китайски понять. Я первый раз такое вижу. Сейчас предлагает 4 игры на ЕУ4, 4 игры на НТЗ. Мне кажется, Тяж сильно переоценивает свои шансы, что будет еще 8 игр. Короче, пока договариваются они, как они будут играть. О, можно же ставку сделать, точно. Кстати, а куда делся этот хост, который китайский из Шанхая? А, вот он, China Nord 2, 172 пинг. Ну что так много? Короче, они предлагают еще раз, последний раз попробовать. Если сейчас хост будет лагать, то, видимо, они будут играть на московском плюс на нетизе. Хэппи написал ок. Видимо, пинг стабилизировался. Пишет 120. А тяж должен был от такой ответить. Да, 120 в обсерверах, но тебе пинг-то как? Он говорит, 120. Да я понял, что 120 в опсах. Пинг-то какой? Он говорит, 120.
И в этот момент я аж понял, что был неправ. Хэппи, смотрите, даже алтарь снизу ставит, потому что уже готовится бежать архимагом сюда, на Харас. Потому что он побежит рабочими крепить вот эту точку, хотя здесь спокойно рабочими крепится эта точка. То есть, ну, с элементалем 5 рабочих спокойно забирают ее. Звуков игры нет? А что у меня со звуками? А что, у меня все время звуков игры не было, что ли? Или только сейчас не было? Классическая шутка. Ребята, а что, в прошлой игре звуков игры не было или что? А что никто не сказал-то, блядь? И сидели все молчали, типа, похуй. Типа, похуй. Без звуков из игры стримим. Блять, могли бы написать, я чуть... Я же не вижу, что у меня в ВБС происходит. Но я так понимаю, это... Блин, короче, знаете, главная проблема апдейта Windows? Когда винда обновляется, после апдейта винды у вас все настройки по звуку, короче, просто в жопу идут. И вот в ВБС, короче, всегда микрофон сбивается у меня, потому что, ну, там по умолчанию, типа, ставится, а по умолчанию никакой не включен. Потому что у меня от вебки микрофон есть и микрофон мой. Вот. И, соответственно, он сбивается, его нужно опять выставить. И, видимо, по звуку этого динамиков тоже так же было. Но я что-то не обратил внимания, что у меня полосочка не горит. Короче, могли бы написать. Сидят там, да, 300 человек, короче, наверное. Так, ну тут Хэппи пошел харасить, две новые получил. Но как бы уже не дает пока экспан поставить. Но Архимага теперь лечиться негде. Но Лич тоже тут пробитый. Но он может палку купить. Я тебя слушал. Не, ну звуки из игры же тоже должны быть. Не, я понимаю, я создал репутацию такого человека, который в случае чего и нахуй послать может, но надо было сказать про звук. Так, ну что в итоге, тяж Т2 будет делать? Почему, кстати, у него написано, что ты рабочих добывает? Баг? Ну вот, Хэппи идет в Т2 уже почти наполовинку, Т2 делает кузницу. Ну, про что я говорил, что надо было бы делать тяшу. Кстати, вот с этого тролля итем падает, но его не докрепили. Ну, сейчас еще одно новое, Архимаг уже очень битый будет. Надо скелетика направить на Архимага, либо гулю, и сейчас снова прокинуть. Отменяет декурат. Он максимально замедляет постановку экспанда. Будет попытка отмены экспанда. Ну, здесь сейчас уже первые рифлы, уже Т2 почти. Очень, очень хорошо замедлил экспанд. Забирать туфли. А если бы я эту точку закрепил, сейчас бы Архимаг 2 был. Кстати, откуда Архимаг столько экспы получил? Но он гулю точно убил, я помню. Можно, кстати, было съесть, наверное, скелета и подхилить Лича сейчас. Кстати, Лич где-то 200 хп установил, чисто то, что было на проклятой земле. Ой, вот этот крип вообще неприятный. У него рандомный вот этот клиф, который очень много дэмэджа наносит. И он максимально рандомный. Уже третий лич. Мантия, мантия. Будет ли выкладывать мантию, чтобы подрегенить больше экспы?
Мана, точнее. Кольцо. Кольцо идет продавать, гуля. Почему здесь 3 написано? 3 из 5. Можно звук игры потише. Так она и так вроде тихо, нет? Максимально тихо. Ну, экспан, конечно, очень поздний получился. Ой, по-моему... По-моему, Архимаг добил этого... Челика. Но здесь надо не футменов убивать, здесь надо рифлов всегда выбивать. Потому что футмен это разменная монета, а рифлов ты хочешь собрать себе большое количество. Поэтому всегда нужно первую нову кидать в рифла и фокусить его. Но он две новые откинул футменов, это не очень размен. Смысл в том, что если ты кидаешь нову в рифла под, там, не знаю, 5 гулями или чем, то гарантированно рифл не убегает. Но это проверено на мне. Пойди, Happy Expanse будет стоять, или мне кажется? Или он просто хочет под крип... Ну, здесь типа не нужны рабочие на этот крипинг. Он хочет экспанд ответный поставить. Не, он, наверное, просто взял на более быстрый крипинг. Да, просто взял. Не будет экспан ставить. Не, ну это было бы вообще жестко. Но он должен пушить экспант... Экспант этого Тяша. Вообще, если видишь, что Undead делает зекураты, ну типа там, не знаю, три зекурата, да, как сейчас ставит, то надо мартирки добавлять, ну чуть позже. Кстати, хэппи вышку решил сделать. Понимаешь, что может быть забегание. Вообще в этом билде как? Ты делаешь какое-то количество рифлов. Там пристат 2-3 штучки с дисполом. И уже вот где-то... Вот как сейчас дерево будет, нужно добавлять воркшоп. Потому что, как правило, ты не можешь пропушить экспант этот. Ну, потому что ты декураты, как бы ты ни старался, ты их не убьешь. Вот, поэтому нужны пару мартирок. Потому что ты типа... Отзониваешь армию андеда, пытаешься декураты сломать, а ты, у тебя это не получается, естественно. Вот. И андед постепенно накапливает вот этих финдов, ДК выходит, там, телеги. И все, и как бы он отбивается. Поэтому нужны мортиры, чтобы хотя бы экспан пробить и играть уже один в один. Блин, какие-то странные новые. Нахрена он новую в приста кинул? И, типа, если... Что за новый, я не понимаю. Не, ну его сейчас так пробьют, если он будет... Он две новые просто кинул в никуда. Пипец, жалко. Не, ну там два приста, конечно, будут стараться, но они постепенно отхилят. Смысл новый, как и в любом спеле, что ты кидаешь новый и убиваешь юнита. Вот, то есть тебе надо чем-то зафокусить. Но он гулями крипился. Ну, в принципе, три зекурата не пробить. Будет ли воркшоп добавлять? Хэппи воркшоп не добавляет. Мало опыта пробития таких баз. Лича здесь не окружить, потому что есть персоналка. Ну, в смысле, он окружил, но там нету баша. Кстати, если бы у Хэппи был второй левел гномика, баш бы пропер. Гули не всегда добывали, но у Хэппи отходят. Что будет делать? Т3? Нет, идет экспанс ставить. Ну, вообще, он должен был воркшоп где-то минуту назад поставить, и сейчас у него должна была первая мортира уже начинать зекураты пушить. При этом он также отзонивает андеда, потому что у него нету нормального количества финдов, нету ДК, нет телег. Вот. И мортиры постепенно пробивают базу. Либо второй вариант, это в Т3 играть. Но в Т3, как правило, слишком долго. Но вот экспанд... Я ни разу такого варианта не пробовал. Это, скорее всего, плохой вариант, потому что у Undead Expand работает, он сейчас в Т3 спокойно выйдет, у него просто куча ресурсов. Правда, у него до сих пор нету телег. Но Expand я никогда не пробовал, возможно... Но я не уверен, наверное, это не очень рабочая тема. Приходит подбривать
Рабочий. Фига там дани случайно. Есть персоналка, если что. Есть ТП, если что. Гномик до третьего качнулся. Он, кстати, клэп взял. Я уже говорил, что клэп не очень эффективен. Против гулей, да, против финдов нет. Архимаг, кстати, почти убили. Ой-ой-ой, это минус ДК. И пиндан выпадает. Нет, ДК не умрет. Гномик с сапогом. Но это минус один финт. Или сейчас закопка на пинге, нет? Телега только первая делается. Слушайте, ну экспанд работает. Если бы у Тяша был какой-то скаут со скелетом сюда, он бы сейчас мог гулей сюда отправить. Смотрите, в чем проблема экспанда от Хэппи, в том, что у него нету, во-первых, хорошей экономики по рабочим, по дереву, видите, он приходится достраивать. Здесь, кстати, зря вылез Тяж. Ну, потому что он, ему надо арбу ждать. Ему нет смысла сейчас сражаться, ему надо арбу дождаться. Ему нет смысла сейчас сражаться, ему нужно арбу дождаться. Почти. Так вот, о чем я. То есть, если была бы сюда разведка, можно было бы гулями сбежать. Но, в принципе, сейчас доделается Т3, сделается Френзи. Я думаю, он должен понять, что там. Но он видел Т2 и видит, что его с мортирами не пушат. Должен понимать, что там какой-то экспан. Здесь еще в идеале третий герой Криплорд заходит. Просто идеально Криплорд третьим героем. Ой, там Клэп плюс ЛС. Это красиво. А что Френзи не делается? Ну, у тебя 7 гулей как бы. 3, 6. 6 гулей. Ну, пока что у Хэппи плюс размер... У Хэппи 62 лимита, у Тяши 51. Несмотря на то, что экспанд работает уже фиг знает сколько. Пытается все гномик как-то отжать. Там была банка маны. Вот, наконец-то гули появились. С Френзи. Блин, ну он не знает, что там. Вот, кстати, куда-то гули побежали. Может, догадался все-таки, что там экспанд? Потому что гули с Френзи, они здесь сидят рабочих очень быстро. И Хэппи видел гулей. Нет, они просто на мейн бегут. На мейн нет смысла там. Тем более три гули, они просто, ну, от рабочих умрут. Нет, короче, Тяж до сих пор не понял, что там экспан. Я бы на его месте Криплорд заграл, да. Криплорд лучший вариант против масс-рифлов. Не, кстати, одного тут рабочего съели. Капец, они бегают, как зерглинги. Это без ауры. Фиксить надо. Увидел наконец-то экспанд. Кстати, очень грамотно Элема Хэппи отправил сюда на деф, потому что один Элем спокойно отобьет трех гулей. Ну, Хэппи 2-0 рифлы. И он в Т3 параллельно выходит, вот это грамотно. Ну блин, ну как же. Ну вообще такой экспанд, но он не должен работать, потому что. Ну должен это Undead наказывать. Ну должен. Блин, пипец, тут армия, короче, три финда. Сразу съедает финда просто моментально. Но он разменял, кстати, нову на финда. Ну, типа он кинул нову, потратил 125 маны, съел финда и получил обратно всю ману. Ценой финда. Короче, я понял, почему у Тяши лимита меньше, он просто съедает своих юнитов. Ну, в гульку кинь койл. Почему жалеет? Ой, Криплорд! Ядрить его там отжарили. Инвул, кстати, потратил Хэппи. Потому что, ну, влетел бы стан, мог бы умереть от новой. Блин, как же... Блин, я просто на самом деле вспоминаю, как Тиаш меня за андедов жестко трахал на зотоках 10 лет назад. И я сейчас не понимаю, как он так плохо отыгрывает за андеда. И, кстати, рабочие наконец-то начинают убивать. Ну, Хэппи Т3 доделался. Это сейчас Inner Fire, Паладин. Все шансы есть. Учитывая, что экспанд... Ну, конечно, экспанд уже и так сильно не работает, но работает.
А бум с вонью появился. Ну тут уже технологии такие нормальные. Там вторая бойня, что ли, или одна? А, он с одной бойни сделал. Просто долго делать грейд. Но смотрите, кстати, что делает Тиаш. Он бегает и начинает шатать Хумана. Потому что он понимает, что в лоб в текущей ситуации он с рифлами не посражается. Он Абума сожрал! Что ты делаешь, тварь? Блин, ну я в шоке с Тиаша. Он Абума съел. Сейчас дестройер потеряет. А бум вообще там, не знаю, 1000 маны установит. Причем он с вонью был, он мог забежать в Кумана и повонять. А жук, жук Константин! Жук Константин опять умер. Что-то жук, походу, дело не оправдывается. А я говорил, что жук будет тащить. Блин, ну то, что он Абума съел, я в шоке вообще. То есть он мог же, блин, этим... Абуминатором повонять нормально, потому что только домик воняет. Сейчас баш! А, там нет баш, там клэп. Жук вообще что-то начинает каких-то баншей добавлять. Мне кажется, Тиаш уже не знает, у него столько ресурсов за андеду, что он не понимает, куда их тратить. Проблема в том, что у Хэппи пошатали рабочих, у него сейчас с лесом проблемы. Он не может, например, там грейд третий на атаку сделать. Фига, он там... Серьезно, ты хочешь этого голема забрать? Ну, Тиаш, ты же видишь это? Ух, не видит. Это там голем разуплотнился. Свиток прожал! Погоди, он мискликнул, свиток прожал или мне показалось? По-моему, он скролл прожал. Так, Шук наконец-то в бо... Ой, сейчас какой импейл! Знаете, там 8 юнитов, у него ограничений. Нет, минус архимаг! Паладин не успел похилить, жук опять умирает, но он сделал свое дело, он подбросил всех юнитов и запустил. И паладин умирает. А что такой дэмэдж-то жесткий? Два грейда на атаку. Пипец, там просто герои разуплотнились. Опять абуминатора делает, чтобы сожрать. А и в это время гули забежали. Ну вот я, короче, я в принципе был прав, если бы Тиаш еще. Раньше вот это шатание начало, вот этот экспан бы вообще не принес бы голды. GG. Ну я говорил про это, что в такой ситуации у тебя нету ресурсов на защиту нормальной, тебя шатают очень сильно. Я очень сильно шатают. Ставочка на Тиаш сыграла, кстати. Ну, в идеале, да, с мортирами экспант надо сжать. То есть, как происходит игра против лича? Ты вначале даешь максимальный экспант, пытаешься, не знаешь, поставить. Если андед все равно упоротый и ставит экспант, ты его, ну, типа, делаешь гномика. Причем, вариант только гномика делать. Против лича никакие другие, типа, герои, типа, тинкера. Хотя тинкер у меня там иногда прокатывал. Не работают. Почему? Потому что даже если ты, например, с тинкером пропушишь экспанд, и андед на мейне останется, и у тебя, например, не будет мортир, чтобы мейн пропушить, то ты с тинкером не выиграешь лейтгейм. А с гномиком можешь выиграть. Вот. То есть рифлы, присты, и в какой-то момент ты добавляешь мортиры. Главное, не слишком быстро мортиры добавлять, потому что там... Могут гулями отбиться или просто финдами, а у тебя уже будут мортиры, и у тебя не будет просто достаточно количества рифлов. То есть мортиры где-то вот на 45 лимита добавляются. Ну, опять же, по ситуации, если у тебя получается там подпушивать. Вот, и главное пропушить экспанд,
Либо ты с мортирами идешь мейн дальше допушить, и параллельно Т3 нажимаешь. Там уже по ситуации. Ну, как правило, ты параллельно Т3 нажимаешь и пушишь мейн. Чтобы, если что, у тебя был отход. Давайте ставочку запилю. Драчба, да тот же принцип, как и с другим героем, то что гномик в лейте будет и убивать героев, и отжимать по юниту. А все герои остальные, они просто, ну, не дают такой же буст. Типа ты можешь тем же тинкером спанд и, скорее всего, мощнее пропушить экспанд. За счет, во-первых, того, что она быстрее выйдет. И каких-то спылов ауешных. Но потом ты просто можешь не выиграть игру. Я уже на себя провел эксперимент. У меня бывали игры, где я, например, с тинкером, тем же беру тинкера, пропушу экспанс в ноль. И прихожу на мейн. На мейне уже не могу ничего сделать, потому что там уже андет лучше отбивается. Типа выхожу больше в лейт. И типа уже Т3-шный лимит на Т3-шный. И я ничего не могу сделать, потому что тинкер ничего не делает. Также панда ничего не будет делать. Я просто личу уносит. Плюс Терхелк. Так, здесь ДК от Хэппи. Пуш с гулями будет. Кольцо. Будет ли экспанд от... Идеальный дроп. Вот это идеальный дроп для Архимага. Церклетка плюс мантия. Лучше не бывает. Слушай, ну Хэппи как-то долго крепится. А здесь уже, ну это третий левел. Это третий левел за Тиашем. Это очень хорошая позиция для него. Потому что Хэппи играет в гулей. А гули отбиваются очень хорошо элементально второго уровня. Плюс идеальный дроп. И сейчас здесь какую-то банку на ХП, либо инву в идеале. Либо палку-сосалку еще тоже нормально. Ну, кстати, палка-сосалка здесь неплохо поможет, потому что решит ДК 100 маны. Это как бы полтора койла. Ну, то Архимага, не беги, не беги. Тут нужно всегда дефаться жестко от этого. И дыть, что это за лесопилка. 6 рабочих на золоте. А, он типа хотел там рабочих спрятать. Интересно. Ну, элементали второго как бы... Сразу, кстати, манку высосал. Ну куда ты, архи... Ну что... Минус ТП просто на ровном месте. Ой, тяж. Просто... Что ты сделал? У него просто идеальнейшая ситуация для... Для экспанда, и он только что... Очень сильно потерпел. У него еще с лесом проблемы. Экспанд не строится. Ну, это минус экспанд. Придется отменять. Потерял 100 леса. Блин, он так просто идеальную ситуацию запорол. Он просто идеальнейшую ситуацию себе сейчас запорол. Он сейчас потерял где-то минуты полторы и т.п. Ему надо персоналку теперь покупать. Да не надо отходить от экспанда. Ай. Вот это, знаете, вот эта тема. У меня она тоже такая есть. Объясню, в чем тема. Ну, вышку не потеряй. Ты жадно играешь. Ты жадный игрок. Ты, например, вот отошел от экспанда. Видишь вот маленькую точку с крипингом. Ты понимаешь, что тебе ее закрипить, это буквально там 20 секунд. Ну, 30, да, секунд закрипить.
Но ты отходишь от экспанда, и ты играешь против Кэпи, который постоянно пушит экспанд. И он тебе только что отменил экспанд. И ты, вот этот крипинг, который ты получил, там получил, не знаю, пол левела, но ты потерял на этом 6 рабочих. Из-за того, что просто отбежал от экспанда. Ну нельзя так делать. Вообще, есть некоторые игроки, у меня есть, как знаете, как в покере. Ты, типа, играешь с каким-то челом за столом, и видишь какой-то мув от него, там, не знаю, на восьмерках all-in пошел, блядь, охуевший. Вот, и ты про него записал такой охуевший чел, который на all-in пошел. И ты вот так же пометочку там против Хэппи поставил. Если он тебя пушит экспанд, он пушит до талого, то есть не отходи. Даже если ты, блядь, видишь крипинг, что ты вот закрипишь сейчас и получишь четвертого архимага, не делай этого. Отойди к экспанду, дефайся. Даже если он тебя наебал и он где-то крипится, лучше так, чем ты вот тебе забегут и 6 рабочих убьют. Вот. Есть, короче, такие игроки. Я со Старбаком недавно в ладере играл там. Игры 6 подряд. Я экспанд каждый раз играл, и он каждый раз пушил экспанд максимально. То есть он никогда не отходил крипиться. Про него заметочка теперь есть. Здесь уже лич выходит, ДК скоро третий. Это будет плохо, если ДК до третьего качнется. Заденайл Элему важного. И, ну, футменов отведи на базу. Не отдавай. Тут уже это три. Есть деф с помощью трех зиккуратов. Блин, такая идеальная ситуация была. Ну, сейчас очень сильно позади тяж. У него была намного лучше ситуация. Она все еще неплохая, но... В принципе, учитывая, что на этой карте есть халявный шреддер, который, ну, сразу берешь. И здесь будет такой подпуш с гулями, с дестроерами. То есть сейчас нужно просто... Да, он, кстати, масонери быстро грейдит, это важно. Сейчас нужно просто где-то 4-5 вышек на мейне и на экспанде поставить. Вот. Рабочих у него не очень много, но они ему, в принципе, и не нужны, потому что у него есть шреддер. Ну, хотя вот здесь нужно, блин, поставить блок в виде кузницы или барака второго. Просто сейчас, если он захаляет на вышках, он проиграет игру. Т3 наполовину. Там точно будет пуш с дестроером и с гулями. Здесь нельзя халявить на вышках вообще никак. То есть на этой карте ты можешь реально как бы по вышкам побольше построить, потому что здесь нет проблем с лесом. Делать кузницу. Ну, я им показал, где кузницу ставить. Ну, еще нужен магазин, но магазин здесь уже невыгодно ставить. Но придется. Я бы на его месте все-таки еще одного рабочего построил, чтобы еще кто-то вышки делал. Просто если сейчас отдаст игру на то, что вышки не застроит, это будет бредовая игра. Это всегда самая бредовая игра, когда ты отдаешь игру, не достроив нормальное количество вышек. Знаешь, что там будет пуш с дестроерами. То есть просто добавь там лишние 2-3 вышки. Да, ты как бы теряешь ресурсов много, но ты себя обезопасиваешь. Ну и от этого тогда, если увидит много вышек, он пойдет. Ну ты видишь уже 3 телеги. Ты видишь 3 телеги, это точно будет один дестроер или 2. То есть, ну это минимум 5 вышек. Кстати, магической ни одной нету, это плохо. Ну вот недавно как раз я играл с этим 120-м в ладере. Он таким же билдом играл, только без финда. И он также пушил, и я просто что я делал? Ставил достаточное количество вышек, а футменами бежал убивать акалитов. И все. Ну вот уже под пуш идет, видите, уже готовится. Он берет арбу, и вот, ну, ему нужно 2 грейда дождаться. Это сколько, где-то минуту, да? Ну здесь 4 вышки, это мало. Но они еще стоят так, что вот здесь дестройеры будут сплэшить. Здесь, кстати, неплохо можно будет закупить этого чела. Ну куда, блин, как ты так архимага-то контролишь? О май гад. Он, конечно, немножко времени выиграл, это хорошо. Блин, ну вышек, 3 вышки на мейне. Это ГГ, сейчас питлорда пропушит. На экспанде 4 вышки, магических нету. Магическая всегда должна быть, чтобы питлорда остужать, либо другого героя.
А где футмены? А, не в дирижабле. Ну тут сейчас нужен этот бомбер. Ну, 4, 3 вышки на мейне. Да, с грейдом на масонри. Второй грейд на масонри. Кстати, по таймингу достраивать второй грейд на масонри — это важно. Это плюс 50 хп. Раньше, кстати, сотку давал. А куда дирижабль-то полетел? Блин, а я думал, он футменами будет залетать. Ну, просто 6 футменов здесь на дефе ничего не сделают. Блин, я бы лучше футменами залетел, типа купил подрывника и попытался взорвать. Ну, конечно, сложно у Хэппи, у него реакция очень хорошая. Опять же, лучше так. Ну, уже, кстати, не пропушь, сейчас вот эта вышка достроится. Но он сбривает ему чисто фермы. Три грифоницы делает. Грифоны не очень хорошая тема. Я уже тоже проверил эту тему. Ну, два апгрейда на масонере — это очень жестко. Хоть он и занерфленный в клан, но два апгрейда на масонере не должны пробиваться. Все, 5 вышек. Ой, сейчас здесь Хэппи отдастся! Хэппи сейчас здесь отдастся! Под вышками, ему нужно срочно отходить. Ну, вроде отошел. Потерял какое-то количество гулей. Алтарь отстраивается. Блин, вот смотришь игру Тяши и прям видишь себя. Потому что... Он то же самое делает, что я на Амазоне, потому что всегда два грейда на защиту делаю здесь. Я объяснял это уже тем, что смысл в том, что здесь шреддер всегда доступен на первой точке, и ты можешь себе позволить масонри грейды делать. Когда ты играешь без шреддера на карте, ну точнее, ты не можешь его просто так взять, ты не можешь себе позволить масонри грейды делать, потому что у тебя тупо дерева нету на это. Делать третий грейд на масонри, но это уже лишнее, но он... Видимо, решил перестраховаться. Ну, здесь, конечно, карта очень маленькая, тебе особо не даст похрипиться. Вот насчет грифонов я очень сильно сомневаюсь, что они затащат здесь. Чтобы грифоны затащили, их нужно лимита очень много. Тем более, карта маленькая. Смотрите, если бы это была карта какая-то Last Refuge, достаточно большая, с большим количеством крипинга и точками, где грифоны быстро забирают их. Там это оправдано, там ты можешь успеть закрепиться, ну, гномика там до третьего и грифонов реализовать. Эта карта, ну, смотрите, она маленькая, здесь буквально несколько толстых точек, а в остальном все как бы либо мелкое, либо уже забрано. Вот. И Undead все равно быстрее крепится, потому что, ну, у него технологии быстрее сделал. И грифоны как бы не особо тащат. То есть, чтобы грифоны выиграли Undead, их надо 80 плюс там, с хорошими грейдами. Везет здесь на ауру. Но опять же, нужны прокачанные герои для грифонов. Здесь 64 рабочих он не видит. Специально на сервере сделали, что пишет, сколько рабочих он не видит. Экспанс строится. Я бы лучше здесь стандарт сыграл, кони плюс там спеллбрейкеры, там, не знаю, вертолеты, танки. Тем более здесь два дестройера, это 10 лимита. Видит грифон в Хэппи. Ну, уже есть паутина. Минус 280 голды, или сколько там грифон стоит? 250-280. Короче, еще один минус грифон. Пипец. Я люблю грифонов, понимаете, играть, но я ненавижу их играть против андедов. Потому что они такой мусор стал. Ой, кстати, вот это очень грамотное забегание. Вот это красивый архимаг, он, правда, здесь на ТП только уходит. Ну, либо надо было раньше убегать. Еще, смотрите, выигрывает еще время. Максимально много выиграл. И при этом успел еще точку забрать. Вот это красивый мув был. Если бы персоналку купил, было бы вообще на халяву. Ну ладно, посмотрим, может сейчас Тиаш, он в принципе... Ну, блин, он не видит, что у него здесь 4 рабочих. По-моему, один рабочий там... А, все, увидел. Один рабочий... Сколько голды за минуту зарабатывает? Вроде 5 рабочих 600 голды зарабатывает за минуту, да? Или сколько? Кто-то считал, по-моему. Вот этот крипинг надо забрать было. Паладин хотя бы качнуть.
Ну, очень маленькая карта, чтобы вот беготней такой заниматься, конечно. Минус грифон, гарантированно. Причем еще минус паладин. Он стафнул хавка и паладина отдал. Попробует еще раз шахту отменить. Кстати, возможно, успеет. Но там три дестройера не дадут Элема загрейдиться. Сразу моментальный диспал. И еще ноу кинул. Слушай, ну у грифона хороший дэмэдж. Отменил. Блин, ну тяж прям красава. Но столько ресурсов теряет сейчас на вот этих отменах. То есть, ну, телепорты, потерянные паладины. Очень хорошо то, что Хэппи сейчас в лимите. То есть у него 64, и он теряет ресурсы. При этом экспанд у него не работает. Все это время практически тяж добывал на халявных 50 лимита. Но опять же он, то что эти потери телепорта, он уже потерял все это преимущество. Делает два танчика. Мне кажется, зря эти танчики он делает. Ну, уже слишком поздно, чтобы они реализовались. Хотя, если бы не спалились, возможно, дроп дирижабля там все два. Пытается поджать танки. У танков еще грейдов нету. Он делает тоже грейды на грифонов. Танки, конечно, очень слабые без грейдов. И очень много экспы дают. Да. Ну просто танчики немного времени выиграли и дали немного экспы. Ну чтоб грифоны тащили, здесь нужно гномика третьего. Паладина хоть третьего. Ну нужны прокачанные герои, а качать героев негде. Смотрите ситуация, опять же, почему грифоны здесь плохи. Красные точки на этой карте гранитные, с гранитными големами, просто с големами. Они неуязвимы к магии. Соответственно, крипить их грифонами не вариант. Например, на том же Last Refuge. Ой, там второй этот Flame Дождь, блядь, как он называется. Зашел в грифонов просто по массе. Надо болты кидать. Здесь отдача. У Хэппи 70, там 62. Ну я говорю, грифоны посос. Только на специфических картах, где можно их реализовать по крипингу быстро. Не, здесь. Хэппи вообще очень практически ничего не потерял. Делает ТП. Видимо, там боялся, что болт прилетит. Ну, минус почти все грифоны. У Тяша было 70 с чем-то лимита. У Хэппи было тоже 70 лимита. У Хэппи осталось 70 лимита. Ну там герои себя реализовали очень классно. Во-первых, Бруталус своим дождем почти во всех грифонов дамажил. Короче, на этой карте грифоны очень слабые. Я уже объяснил, почему. Вот, например, на карте типа Twisted Meadow, Last Refuge, что там у нас еще из пула есть, где они могут себя реализовать. На самом деле все карты сейчас очень маленькие такие. Не очень себя реализует воздух. Хэппи третья аура. О, реально, мисклик, он третью ауру взял. Ну, это мисклик жесткий. Потому что, ну, кто возьмет третью ауру, когда тебе нужен третий койл? Здесь вертолетов мало, они дестров даже не убьют. Хотя... Здесь грифоны немножко выигрывают время. Ну, Хэппи 80-60 у Тяша.
Хотя, может, он реально... Да нет, скорее это мисклик, чем это какая-то задумка, типа взять третью ауру, чтобы еще быстрее бегать по карте, там второй ауры хватает. Я могу сказать, что Тяж эту игру мог спокойно выигрывать. Во-первых, было очень хорошее начало, которое он потом сам запорол. То есть мог вообще идеальное начало сделать и просто выйти в стандартный лимит. Либо копить грифонов до талого. То есть копить их прямо реально сильно. Но опять же... Я вот сейчас просто вспоминаю, пытаюсь вспомнить игры, где я с грифонами выигрывал Хэппи. Это были либо игры через первого гномика, когда там третий клэп хотя бы есть. Либо это игры, где, не знаю, даже какое-то нереально жесткое преимущество было. Короче, это слишком ситуативная тема. Четыре дестройера, конечно, не самый лучший лимит. Странно, что Хэппи Баншей не попытался выйти. Видимо, не стал типа тратить ресурсы на это. То есть, если вообще берем самый лейт, то там банши, конечно, грифонов насилуют с финдами. Ну, наверное, Last Fight. Не знаю, ну, герои не прокачаны. Лич скоро пятый. Вертолеты не могут убить дестройеров. Одного убили. Хэппи еще неплохо подсплитил дестройеров. Там не по всем сплэш от вертолетов. GG. 2-1. Ну, блин, мне понравилось, как Тяж начал. Вы посмотрите, кстати, сколько ресурсов там разница была. Хэппи добыл 13 тысяч голд. А Тяж добыл почти 20 тысяч. Сейчас они поменяются расами на этой карте. Ну, Хэппи не будет такой экспанс ставить, естественно. Хэппи будет опять в рифлов играть. Я вообще не уверен, что Хэппи хоть раз экспант играл за Хумана.
Так. Четвертая катка. Я даже не знаю, кстати, как тяж на этой карте будет играть. Наверное, что-то типа тоже с ДК Крипинг. Одна база против одной. Ну, здесь я не представляю, как с личом здесь экспанд стоит. С криплордом можно. Отманивается здесь также Акалитом големчики. И с криплордом залетаешь. Но с личом вряд ли ты здесь закрепишься. Вот эту точку. Ну, тем более, если архимаг прибежит. Это сомнительно. Эк. Кстати, эти европейские квали начинаются. Верхняя часть, да? A player's forces are under attack. Так, что тут произошло? Ой, погоди, Хэппи тут стагерили всех крипов. Он немножко замешкался. Он взял, кстати, 4 рабочих, а не 5. А тут сразу Харас бежит. По олдскульчику. Ой, можно было же и Лема забрать. Зачем койл в архимага? Ну раз так, то хорош. Терпят, кстати, хэппи выпало. Идеально. Ой, здесь халявные рабочие. Сейчас хэппи почувствует боль рабочих. Койл, койл сюда. Болею против Хумана, неужели? Да не, на самом деле не болею просто. Ну тут халявные два рабочих были. Надо забирать было. Ну здесь стандартный... Блин, почему Бакт это два рабочих показывает? Тут стандартный как бы билд от Тяша. Без гулей. Блин, вышка магическая, Дота 2, это конечно жестко. Убитых рабочих больше нету, значит не убьет никого. A player's forces are under attack. Тяж почему-то гули добывают не рядом с кладбищем. Блин, слушает стрим реально. В прошлой игре кузницу поставил, сейчас сапог берет хэппи. Это один рифл. Сапог против андеда. Ну, гномику потом отдать, ну так. Такое, конечно. Кстати, законтролил скелетов. По финду дэмэдж начали делать. Опа. Здесь самое главное архимагу третьего не давать. Чтобы не было второго элема и халявного крипинга. Не, ну видно, что Тяж сейчас себя, в принципе, неплохо чувствует за вот этот стандарт. Типа через ДК, через финдов. Пошли первые рифлы. Кстати, Хэппи, интересно, знает, что вот здесь есть ловушка для рифлов. Иногда сюда попадаются рифлы вот в эту ловушку.
Ой-ой, финда сейчас потерять, серьезно? Это минус финт. Нету маны. Есть сапог. Причем экспу получил. Но это было... Это было глупо. Со стороны тяж так финда отдавать. Ой, кстати, рифла-то можно убить. Погоди, а рифл умрет. Да, рифла никак не спасти, нету прохода. Блин, там минус архимаг чуть не был. Я что-то смотрел за рифлом, а там архимаг чуть не сдох. Ой-ой, архимаг! Не успел в инвиз встать! Это, кстати, не пинг, это... Ну, отчасти это тоже пинг, но уход в тень, он где-то секунды 3, наверное, длится. То есть ты телепортнулся, нажал даже сразу вот этот инвиз. Если, ну вот, тяж, он сразу среагировал и выстрелил в архимага, то там... Гарантированно практически доходит паутина. То есть здесь, ну, как бы отчасти и пинг, но... Также пинг там у тяша, то, что ему нужно тоже нажать финдами выстрелить. Попасть по герою. Но уход в тень, он достаточно долгий. Там где-то секунду три, то есть он не моментальный. Но я на самом деле думал, что он уже успел спастись. Ну, смотрите, здесь тотальная вот эта... Тотальные проблемы в самом начале игры у Хэппи за Хумана. И здесь он в Т3 вообще никак... Ну, выйдет еще не скоро. Там уже третий ДК. И видно, что вот Тяж вот в этом стандарте, он намного себя комфортнее чувствует, чем через Лича. Ну, тяжело сейчас будет Хэппи выходить в технологии, потому что он и рабочих терял. То есть Т3 он еще не скоро сделает. А здесь уже Т3 готов. Офигеть. Сейчас будет арба. В идеале, конечно, Криплорда брать, которая Константин, который умирает постоянно. Но тут можно и Дарку брать. Нет, тут еще не конечная, но близкая. Вот то, что Тяж идет пушить с маленьким количеством маны, не очень вариант. Без третьего героя. О, ловушка рифла сработала. Помните, я сказал, что здесь ловушка рифла, и он здесь застрял? Потому что, ну, кто за Хумана играет, он знает, что здесь ловушка рифла. Ну, кто так барак ставит? Это классическая ловушечка. Ну, я не знаю, зачем Тяж сюда полез. Его сейчас здесь могут принять. А, у него есть закопка, но тут есть просветка рядом. Ну, я не знаю, зачем Тяж сюда пришел. Я удивлен, кстати, что финт выжил. Лол, там, кстати, не Frost Armor, там сжирание юнитов. Ну, Тяж любитель своих юнитов сжирать. Вообще Frost Armor берется всегда. Ну, опять же, я сужу по играм Хэппи, он всегда Frost Armor, так, ну, против рифлов берет. Это типа как Inner Fire, ты кидаешь Frost Armor, и финды как раз переживают балтецкие. Ловушка рифлов сработала. Кстати, рифл-то вышел. Видимо, через верх как-то выполз. Блин, ну мне не нравится то, что Тяж... Сейчас непонятно, как действует. Зачем-то он лезет на больший лимит рифлов. Вот был бы Frost Armor, сейчас бы финт выживал. Поэтому Хэппи его и берет обычно. Крестов надо вырезать. Ну, я не знаю, здесь сейчас Тяша накормил очень сильно Хэппи. И сейчас Хэппи уже в Т3 должен переходить. Я не видел смысла вот этого подпуша, который делал Тяж. То есть ему надо было идти просто подкрепиться. То есть куда лезть-то? Он может спокойно крепиться и все. Залагал у нас в файнале. Надеюсь, это не хост.
Потому что если это было как когда у меня, типа, показалось, что я лагаю, хост дропнулся, то это может быть хост. Не, нормально. Потому что если бы сейчас дисконнект был, то пришлось бы, наверное, переигрывать. Потому что здесь, ну, несмотря на то, что было преимущество у Тиаша, он его отдал. И все равно здесь непонятно, кто еще выиграет. Ну, как бы, по ощущениям, конечно, здесь Тиаш должен выигрывать. Он, кстати, Абума с Воню сделал, которого он скоро съест. Классика. Хэппи не переходит в Т3 почему-то, хотя ресурсы есть. Хочет 60 выходить. Ну, на Т2 против Т3 андеда очень сложно играть. Почему он не фокусит пристов? Я не понимаю. Опять, я же говорил, Абума сожрет. Да, без арбы хуманской на... тяжело. Блин, ну Хэппи здесь намного лучше контролит. По крайней мере, какие-то вот микромоменты. То есть он, смотрите, и дестройера отзонил очень сильно. И Абума заставил сожрать. Frost Armor надо было брать. Frost Armor здесь намного выгоднее. Тем более Frost Armor диспелить не очень удобно, потому что присты, как правило, без маны. Потому что они сейчас и вонь тут начинают отхиливать. О, плащик. Ну, Хэппи потихоньку развалится, конечно. Тяжело в плюсы размениваться с андедом. Но Хэппи старается. Ну просто Т3, там арба, все дела. Блин, Хэппи Т3 не запускает, при этом у него ресурсы копятся. То есть Хэппи мог, в принципе, выйти и в 60 лимиты. Ну, если бы он Т3 нажал, он бы давно уже бы паладина заказывал. И если бы он сейчас в Т3 вышел, у него были бы очень хорошие шансы еще выиграть эту игру. Но они все еще есть, но как бы гномик не третьего, это важно. И вся армия под вонью тоже неприятно. Еще и дестойеры начинают напрягать. Ну, здесь Хэппи хотел покрепиться, тут Тяшу разводят. Тяш мог бы параллельно в Баншей выйти. Ну, банши очень хорошо работают. Хэппи перебор по пристам, 6 пристов, это пипец много. Ой, сейчас будет крипджек. ТП уходит. Ну, Хэппи на Т2 остается. Это очень большой минус для него. То, что Т2-шный лимит, он слабоват, конечно. Особенно, если бы там Крип-Лорд был. Хотел стырить девайс, не получилось. Ой, куда дестройеры подлетели? А Бума сейчас опять съест. И не съел. Блин, ну а Бума, конечно, чисто забегает, вонь дают и умирают. Блин, ну Хэппи неплохо здесь работает. Ой, свиток пошел, но надо диспелить. Дестройер. Фига там дестройер выжил. Рых не до конца задиспелил. Два дестройера просто на лоу хп. Блин, ну Хэппи очень хорошо здесь контролит. Тут вообще должно быть в нулину за андедом, но... Ой, Архимага не успел... Ах. Ну, проблема была в том, что Хэппи на Т2 оставался. Ему надо было переходить в Т3. Надо было, надо было. Шоу кап 1. Заново поехали.
Надо было переходить в Т3, я думаю, были бы шансы хорошие. Выйдем в Т3. Так, на тоненького последний файт был. Там потому что два очень битых дестроера было. Обумов еще так жестко отдает. Там опять тот не догрузился. Там опять что-то с котом, походу. Что там опять не так? Ой, блин, сейчас не успею в игру. Блин, что с серверами-то, я не понимаю. Какой там геймнейм? Нет. Блин, начали что ли уже? Не, нормально. Блин, как же эти сервера тупят? Это после дисконнекта 120-го. Там все перезаходят.
Гимн, а, пятый. Блин, они начали уже. Блять, не успел зайти. Ладно, пойдем Теда рестримить. Не успел зайти. А, не, у них опять какой-то там баг. Окей. Нормально. Нормально, нормально. Блин, Тед, короче, уже просто запускает катку и все. Там уже никого не ждем, короче. Там, видали, там успел только зайти буквально это... Чаемику, Тед, я и все, игроки. Ну, это правильно. Там ни инфи никто уже не зашел. Чисто на жадничку успел, короче, зайти в игру. Ну, тут как бы, во-первых, Тед, он сам как, он здесь как организатор, или кто он там, я так не понял. Ну да, как организатор. Вот, видимо, ну кто за всем следит. И опять же, он как бывший игрок, он прекрасно понимает, что вот эта херня постоянная, которая отвлекает игроков. Ну типа там игра не загрузила, кто-то из обсерверов лаганул. Она напрягает, и поэтому они, естественно, не хотят никого ждать. Вот. То есть самое главное, что как бы сам главный чел Тед зашел в игру и все. А на остальные как бы пофиг. Ну, изначально они ждут, да, но когда уже градус вот этого терпения, он поднимается, точнее, уже опускается. Поэтому как бы уже не ждем. Как-то так. Я с ними, в принципе, полностью согласен. То есть меня тоже бесит, когда там тысяча обсерверов хочет зайти. Но опять же, вот как бы надо делать. В идеале, например, как вот, например, Back to Warcraft, они делали навык 3 Champions в финалах. То есть они, например, сказали, мы только одни стримеры. То есть никого больше в игру не пускаем. То есть, смотрите, из обсерверов получается только... Ну, то есть игроки плюс там 2-3 обсервера, это кастеры в Back to Warcraft. И, возможно, судья, но обычно там... Я не знаю, у них был судья, нет, по-моему, не было. То есть они чисто заходят в игру, только они уже проверенные как бы. Вот. Плюс они делают клинфит. То есть это поток, который можно рестримить, который идет без комментариев, чисто картинка Варкрафта со звуками игры. Вот. И как бы остальные просто его рестримят. Это идеальный вариант. Вот. Как бы для игроков, потому что никто никому не мешает. И все в плюсе. Да, как бы стримеры, которые хотят из игры... Ой, Койл минуснул. Стримеры, которые из игры хотят стримить и сами кликать, идут нахуй. Но, как бы, кто делает банкет, тот как бы им правит. Вот. Чуть какой-то очень быстрый крипинг этой шахты. Там Акалит, кстати, умер. И Футмен умер. Но Футмен умер неправильно. Так, опять гули здесь. Гули, гули, гули. Ой, когти плюс 9, циркулеточка. Блять. Какой охуенный дроп. Правда, не против гулей. Хотя не против гулей тоже надо. Нифига, короче. Хэппи прибегает такой. Так, крипинг был, а экспанда нет. Что делать? Ой, ебать, блин. Ну, это, да, это жестко. Кстати, я бы Архимага, наверное, здесь тыкнул. Хотя, да, к нему подходить. Ну, блин, Архимаг просто плюс 14 дэмэджа. Сейчас ДК все-таки второй уровень получит. Какая-то странная игра, если честно.
То есть экспан будет, но позднее. Ну, блин, здесь футмен, конечно, не стоит отдавать, задонайт, может быть, нет. Блин, ну Архимаг просто куски отрывает от гулей. Блин, мне нравится вот этот билд Тиаша, но что-то экспант уж слишком поздний. Но Архимаг с такими дропами, это просто тотальное уничтожение. Опять-опять смотрите, что делает Тиаш. Помните, в игре на Амазоне я сказал, что не надо лишний раз крипиться? Но здесь хотя бы он Архимагом отбежал и чекает. Чекает Архимагом. Ну, только за скелетами бегал. Ну, на мой взгляд, здесь уже ничего не сделать. Экспанду. Хотя, где все футмены? Всего 3 футмена и 1 пробитый. Вот я говорил, ну куда ты, блядь, убегаешь своим Архимагом? Сапог купил. Вот опять он пропустил ДК. Ну, я говорил на Амазоне об этом. Просто хэппи такой человек, который будет пушить вот до Талова. То есть вот он видит экспанд строится, ему надо максимально рабов убить. Поэтому просто стой на экспанде и жди. Жди, когда он придет. Не дергайся. Тем более он с гулями играет, ему с гулями не покрепится, ему надо пушить. Мне нравится, как Тиаш отыгрывает вообще. У него, ну, идеи из Ухума, вот в этих катках видно, что он готовился. То есть он готовил какие-то билды, на каждой карте у него какой-то вот... Не то, что билд, а просто вот подстройка стандартная. Скелетом можно, кстати, книжку убить, наверное. То есть вот здесь такой подстройка под... Опять вот он убегает, блядь. Вот посмотрел стратки, а не посмотрел то, что Хэппи постоянно пушит экспанд. Но опять сейчас пропускает. Что ж ты делаешь-то? Там почти 4-й Архимаг. Ну, он заебал. Вот он опять отбегает, блядь, от экспана. Ну, нахуя ты это делаешь? Ну, ты же даже на Амазоне должен был это понять, что Хэк просто будет тебя до Талова хуярить. Ну, 3 рабочих сдохло только что. Был бы здесь Архимаг, он бы хотя бы убил гулей бы. 4 рабочих. Ну, и стоило это того? Нет. Архимаг, кстати, с базы Андеда бежал сюда. На самом деле, наверное, надо было оставаться на базе Андеда и элементалями пытаться Слотерхаус не дать поставить. То есть, а не бежать сюда Архимагом. Ну, 4 рабочих сдохло. Это очень много. Учитывая, что здесь каждый рабочий на вес золота из-за того, что здесь Шреддера не купить сейчас. Опять смотрите, что делает, что делает. Блять, да оставь ты армию здесь. Тиаш, ну ты заебал. Ну ладно, здесь уже 2 героя гуля, но там лич с 2 новыми. Блин, ну Архимаг 4-го, конечно. Не, сейчас Архимаг здесь 4-го левела. Ой, еще гулей не контролит, хэппи. Ой, здесь столько скелетов. А, там же палка передается и кулдаун сбрасывается. Ой, Архимаг зря, кстати, залазит в самую дырку, наверное. Хотя он там с когтями. Но здесь минус еще какой-то хреново тучу юнитов. Персонал, кстати, продал ДК. Минус Акалит. О, Т2! Погоди, он это... Да, это Т2. Он отменил Т3. Но здесь футмены битые после крипинга. Здесь куча скелетов за счет передавания палки. Направляет. Ну, очень много рабочих теряет. Но Архимаг здесь хорошую тему сделал. Просто проблема в том, что если бы футмены сразу здесь стояли, вот этого не было сейчас. Пойдем, ТП решил сделать? А, ну да. Все футмены биты. Блин, ну экспанд вообще пипец. Сколько здесь рабов сдохло? Лич получил 130 XP. То есть суммарно там 260 XP они получили. Ладно, с ресурсами у тебя аж нормально. У Хэппи был отменен Т3. Был потерян Акалит, пришлось 2 зиккурата сделать, еще убил несколько гулей. Это на самом деле очень хороший мог был. Кстати, Архимаг сейчас может лича убить. А, ну это... Эй, минус лич? Или ТП передаст? Или подблочит? Просто... Ну беги ты, да беги ты, беги ты, коняша. Блин, почему такая аура большая? Лич. Ну это минус лич. Да. Слушайте, по ходу дела... Если сейчас Тиаш не закосячит, это будет победа за Хуманом. Варды, может, заберет?
Там Архимаг почти пятого, ебать его. Сейчас пятый Архимаг просто, блядь, третий Елема, нахуй. Ебать, он там его сейчас отжарит. Тут еще, кстати, книжку можно на инты взять. Еще плюс одна атака. Ну, я как бы пока не знаю, у Хэппи три гули. Телега делается, лич в алтаре. А, у него две телеги здесь. О, понял. Тогда нормально. Магазин отстроили. Ну, у Тяша экспант нормально не работает. Только сейчас. Сейчас надо не просраться от дестров. Потому что там три телеги будет дестроер. Ну, хотя тайминг дестров очень сильно просерен. Такое ощущение, что Тяж будет шреддера здесь покупать. Ну да, я бы, наверное, шреддера купил. Не так много у него рабочих. 5. Ну, вообще нормально, но, наверное, надо бы шреддер взять. Рифла сделал? Серьезно? Нахуя он тебе рифлов? Нахуя он рифлов делает? Банку Манзверет. Архимаг пятый. Блин, Архимагом пятым можно такую грязюку сделать. Блин, ну скоро дестроер. Надо сейчас реализовывать. Там, кстати, 4 телеги. Он будет дестров максимально делать. Ну, Архимагом пятым надо просто идти сейчас и... напрягать, потому что нечем контрить третьего элема. Блин, нахрена он рифлов делал? Ладно, вертолеты делают. Блин, я не знаю, это должна быть игра за Тиашем. Я не знаю, что должен Хэппи сделать, чтобы выиграть эту игру. Да блин, ну беги ты на этой телеге-то. Ну он думает, что уже дестройеры сейчас будут. Здорово, Джонни. Как у тебя дела, давно тебя не видел. А, у них у обоих примерно одинаковый пинг, там по сотке. На этом, на хабаровском хосте они играют. Здесь хочется Архимага отвести, чтобы гномик максимально качнулся, но проблема в том, что, ну, понятно, пайпа выпала, неприятно. У Хэппи еще телепорта нету. Берет Дарку. Блин, ну я не знаю, здесь должен Тяж выигрывать. Если Хэппи выиграет эту игру, я не знаю. Выше, конечно, нету. Но там уже паладин делается. Там уже вертолетов хрен туча. А у вертолетов грейд, надеюсь, есть. Вот если там грейда на вертолета нет, то это просос. Ну, должен, наверное, был сделать, он же не дурак. Есть еще два рифла. Пайпу не продает. Возможно, думает, что она стакается с текущей аурой. И получается третья аура. Прям то, что он вышек не сделал, конечно, провал. Ой, там нет сплэша. Он не сделал сплэш. У него нет стафа, у него нет арбы. Слушай, блин, серьезно, сейчас Тяша отвалится. Веб хороший. Хотя нет, здесь не должен. Там и лемы все по земле убьют. А, дестройер от зоны. Ну там нет сплэша. Ну ладно, сплэш не нужен, когда один дестройер. Не, ну это была катка. Во-первых, идеальные дропы для Тиаша. Просто идеальнейшие дропы. И плюс прикольный, конечно. Прикольный этот билд. Но опять же, там столько рабочих сдохло. Если бы не забегание Архимага, наверное, было бы посос. Наверное, был бы посос. Да, маршрут крипинга был вообще прямо охрененный. Джонни же актер, очевидно, в фильмах снимается. Видно, что у Хапыча пинг больше. Нет, у них одинаковый. Но тут вопрос просто привычки играния на этом пинге. Кто там на Тиаша ставил? Не, во-первых, там череда действий была первая. То, что Хэппи, когда с гулями крипился, там был футмен на разведке, и его, он в него койл кинул, но его тролли убили. То есть Хэппи не получил второй уровень. Это было очень важно, потому что второй уровень в такой ситуации сильно решает. Второе, вот этот быстрый крипинг от Тиаша,
То есть Хэппи такого билда, наверное, не ожидал. Вот. Он, ну, просто немножко потерялся. Плюс идеальный дроп. Там просто, ну, когти плюс 9, циркетка и мантия плюс 3. Идеальнейший дроп для Архимага. Вот. Но опять же, если бы еще Тяж не пропускал Гулей Хэппи на экспант и получше бы отдефался, было бы еще круче. Вот. Но опять же, Архимаг, блин, там 5-го левела очень быстрый был. Я, правда, не понял, в чем прикол был трех рифлов. Или сколько он там двух рифлов сделал. Еще то, что Тяж не успел грейд на сплэш сделать. Ну, там два дестройера было. Я не знаю, там... Я не посмотрел, у Хэппи были ресурсы поднять еще дестройеров? Просто если там три дестройера с маной были бы, они бы убили этих вертолетов. И не факт, что там бы Хэппи бы не продавил. Потому что там куча маны за счет самого. Так, ну пока что Тяж обе игры за Андеда выиграл. Какой сейчас счет, кстати? Сейчас счет 3-3 же получается, да? А нет, погоди, 3-2 за Хэппи. Ой, за Тяшем. Я просто что-то... Я про счет даже забыл. Я же его не веду. 3-2 за Тяшем, да, получается? Потому что Тяж выиграл 2 за Андедов и последнюю за Хуманов. Это получается шестая игра, да? Аж видно, что готовился к матчу. Нет, это было 9 до 5 побед вроде, да? Да, счет может быть либо 5-4, либо там типа 5-1, 5-0. Ну, короче, максимально 9 игр может быть. Так, здесь ДК. Здесь, опять же, на этой карте лечом сложно играть, потому что точка очень тяжелая. То есть лечок ее закрепить сразу, если особенно Архимаг прибежит, тяжело. То есть с крипордом легко крепится, а вот с лечом уже проблематичней. Поэтому здесь, опять же, стандарт играет. Кстати, вот да, Тяж делает правильно, потому что делает самый стандарт через финдов. Потому что, учитывая, что Хэппи не ставит экспант, это вообще нормально. То есть против стандартных рифлов стандартный ДК с финдами всегда нормально работает. Зря Калита Тяж, конечно, отдает. Он практически ничего здесь не выигрывает по времени, но дает 25 экспы и, ну, просто потерял Калита. Хэппи не идет ставить экспан. Когти. Блин, разница в дропе, конечно, серьезная. Цирклетка, перчатки вообще говно полное. Бонус ДПС усомнительный в виде скорости атаки. Хотя бонус к скорости атаки иногда прикольно решает, когда у тебя нулевой пинг, и ты хорошо стрейфишься, так скажем. Да? Здесь явно у Тяша проблемы по поиску того, где крепится Хуман. Ну, он как бы тут, типа Хэппи нестандартный Хуман.
играет непонятно чем, поэтому найти его на карте сложно. То Хэппи экспанды не играет. Так Хэппи не знает, как в экспанд играть. Ну, в смысле, он знает, как его поставить, наверное, но чтобы играть в экспанд, там нужно определенное... Я уже говорил об этом, что когда ты играешь за другую расу, не за свою родную, тебе очень сложно отточить разные стратегии. Ты, как правило, берешь что-то одно. И зачем тебе за Хумана париться в экспанд, когда там очень много подводных камней в виде... В виде там это отстройки рабочих, опять же, против какой расы, там как там. Кстати, купил персоналку, тпшнулся и продал ее. Вот. Когда проще играть с одной базы, когда тут все понятно. Ты построил там определенное количество рабов, ты больше их не достраиваешь, если тебя не харасили. Просто строишь рифлов там условно, и все. Ну, это намного проще, чем задрачивать экспан, где очень много переменных. Потому что, играя в рифлов там, вот, то есть, играя в экспанд, тебя там иногда будут какие-нибудь эльфы застраивать, а ты не знаешь, как отбиваться правильно от этой застройки. Ну, это, короче, много всяких тем. Кстати, думал, что вот эту точку будет пытаться забирать. С четырьмя скелетами. Здесь третий левел архимага. Ну, эта катка, в принципе, достаточно стандартная. Выходит. Здесь очень быстрый Т3 без быстрого второго лича. Возможно, это ошибка. Такой быстрый Т3. ДК третьего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Архимаг с сапогами. Хэппи опять сапоги берет. То есть считает, что Хуману нужны сапоги в любой ситуации для гномика. Я с ним не очень согласен. Да, гномику нужна мобильность. Но очень-очень дорого выходит. Непонятно сейчас крипинг от Тяша, зачем он точку крипит. Ну, типа, у тебя и так третий ДК, зачем тебе крипиться? Тем более, ты знаешь, что рядом Хуман. Кстати, тычка, если бы в этого полетела, он бы убил. Ой, разведку на халяву сразу убивает. Просто отдал разведку. Ну, здесь как бы катка идет стандартно. Пока что у Андеда проблемы, потому что если он сейчас вылезет, его с гномиком убьют. Ну, то есть отожмут ему там что-нибудь. Здесь, конечно, важно забирать центральную точку. Вот сейчас я бы на месте Хэппи отбежал бы сюда, отманил бы Огра, заблочил бы его и забрал бы. При этом... МК бы вот сюда поставил, он бы контролировал подход ДК. Но он, возможно, уже не успеет. Уже как бы поздновато. Но там арба еще не куплена. Но сейчас, конечно, тайминг Огра забирать. Но вообще его можно было и раньше забрать. Ну, очень сложно забрать будет Огра, когда тут рядом ДК третьего. Тут, наверное, можно сразу койл нового просто в гномика кинуть. Блин, вот то, что сейчас он арбу не купил, это, конечно, печать для Тиаша. Хэппи, кстати, в Т3 идет. Да, Хэппи Т3 делает, но здесь у него с ресурсами нет проблем, поэтому он спокойно в Т3 идет. Но вот этот крипинг... Но опять же, он не дает Андеду сейчас купить арбу, отойти. Бэкпак, что ли, делать, я даже не знаю. То есть Андеду надо отойти арбу купить, но при этом он не хочет отдавать от этого крипинга. Но надо было героем, наверное, сбегать одним. Потому что Огра, ну, нельзя отдавать вообще никак. И, кстати, сейчас время идет на Хэппи, потому что у него Т3 делается, ему сейчас, ну, не хочется сражаться, но при этом он не против, как бы, побайтить Андеда, который не крепится с арбой. Взял дарку, ждет арбу. Ой-ой, сейчас можно же не успеть. Не, ну, Койл третьего успел. Ой, офигенная аура для Хэппи. Очень крутая аура. Но экспу не забрал Хэппи, у него гномик первого уровня, почти второго. Надо, естественно, койл сюда кидать. О, зря, кстати, не кинул койл. Но здесь очень сильно
аж много времени потерял. То есть вот на этой беготне. То есть ему надо было сразу бежать за арбой. Здесь просто сейчас у Хэппи за счет этого выигранного времени делаются крутые грейды. Делается паладин. Правда, магазин он не поставил. Вот это, кстати, цена магазина, эти сапоги. Был бы магазин, сейчас бы, ну, как бы важная арба, важный там став. Опять какой-то очень ранний подпуш от Тяша. Сейчас с рабочими, с паладином, естественно, хайп. Уху, зачем залазит в базу? Ну, это минус ТП. Уже не вылезет отсюда. Уже отсюда не вылезет. Сейчас по таймингу... Ой, Хэппи, что ты делаешь? Хэппи, перестань. Ну, минус ТП. Ну, я не знаю, зачем Тяж сюда залез. То есть он мог, в принципе, здесь хит наранить. Стандартный вызов бригады, да? Который тебе Аркан Санктом начал бить. Не, ну сложно, когда три бинда надо делать. У тебя типа герои, там, присты во втором бинде. И в третьем бинде ополченцы, которые через атаку посылаются. И немножко он, ну, мискликнул. Давай. Ну, я опять же не понимаю вот этого мува, которую... зачем он сюда в базу залез. Ну, логично, что его запрут между ополченцами. Эпи только сейчас магазин делает. Но магазин до этого ему не нужен был. У него, кстати, два грейда на атаку, это жестко. Опять Абума, да? Мне не нравится то, что, кстати, играет Тяж в Абумов. Когда вот я играл против Хэппи, и мы играли вот этими стратами, рифлы против стандарта, ну, типа стандартный стандарт такой, без экспандов, то Хэппи обычно делал финдов, грейды на них, и потом делал баншей. То есть он Абумов очень редко делал. То есть Абумы здесь это не выигрышный юнит. А вот банши... Вообще, смотрите еще какой прикол. Когда ты делаешь баншей против вот этого билда Хумана с рифлами, с пристами, смотрите, в чем прикол. Inner Fire кидается на рифлов, там, на героев. И банши кидают сверху проклятие на миссы. И ты обязан своими пристами диспелить свой же Inner Fire и миссы баншей, чтобы... Соответственно... Ой, сейчас диспел будет классный. Ага, чтобы, соответственно, снять проклятие. И ты как бы свой Inner Fire снимаешь и проклятие. Ну, потому что Inner Fire хорошо, но миссы намного жестче. То есть миссы, как спелл, он приравнивается к Inner Fire или Bloodlust. Потому что, ну, там сколько, 35% миссы или сколько, или 25%. Ну, очень жесткий, короче. То есть это, считай, как панда кинула пары на всех первого уровня. Вот. И, соответственно, присты не могут Inner Fire нормально накидывать. Тебе его приходится диспелить. Так, тут 60 на 50. Паладина третьего нету, Лича нету третьего. Подставляется дестройер сразу. Спасает. Хороший фокус по герою. Ой, жестко сейчас. Минус герой будет. ТП. Ну, в прошлых катках Хэппи за Хумана героев терял сейчас. Декап... Ну, я не знаю, там вроде на ТП было очень много времени. Почему он ТП не жал? Вот это, кстати, проблема за Андеда против Хумана, такой стратки с арбой. ДК нельзя подставлять, потому что ДК просто отваливается очень быстро. Нету ресурсов, кстати, на выкуп ДК. А это ГГ. Ну, я аж проиграл, потому что у него нет выкупа ДК, и ему сейчас просто затыкают героев. Ну, там 2-1 Inner Fire. Ну, на ровном месте отдал игру Тяж. Ну, в смысле, не отдал, а проиграл просто игру. Причем у нее еще инвул был большой. Успел кто-то кого-то убить. А, ДК получил левел. 63 у Хэппи. Ну ладно, здесь еще не ГГ, но уже очень близко. Делается ли третий грейд на атаку? Сейчас бы третий грейд на атаку сделать.
Ну, Хэппи сейчас очень хорошая позиция. Вот аура, кстати, то, что он эту ауру забрал, это очень хорошо. Во-первых, она вонь немножко блокирует. То есть небольшим регеном помогает пристам. Плюс она дает важную скорость передвижения твоим юнитам. Здесь когти плюс 9 выпали. Опять же, я говорю, а бумы здесь нафиг не нужны. Здесь нужно баншей делать. Ну, по крайней мере, Хэппи сюда баншей играл. Room of Magic выпал. Ну, и здесь очень важно вот этот микроконтроль, когда у тебя ДК должен сзади стоять. То есть он не должен вперед выбегать, иначе он получает болт, холи лайт, фокус с рифлами под иннерфайром. Ну, там очень много дэмэджа, понятное дело. Делает второй грейд на защиту, а не на атаку. Хочет 2-2, а не 3-1. Ну, тут сложно сказать, что выгоднее, 3-1 или 2-2. Типа лишние два армора, которые блокируют арбуль. Либо лишние там, сколько там, 10% дэмэджа. Сложно сказать. И то хорошо. ТП. Ну, опять же, смотрите, у Хэппи нету вышек. Сейчас можно как-то вот побегать, поразводить. Я сегодня упоминал то, что вот типа чел по СГ, он вот бегает вот этим разводами занимается. Ну, не разводами, в смысле, пар не разводит, а рабочих убивает. И вот можно вот так пошатать попытаться. Правда, ДК здесь без телепорта и без анвула. Дестройеры мимо рифлов летят. Куда ты мимо рифлов-то? Как же Тиаш растерялся. Гули пытается под стафом убить. Не получится. Ну, Хэппи 2-2 рифлы. Я не знаю, как сейчас в лоб убивать это без баншей. То есть там идеальный... Во-первых, там герои 3-3 и 4-й архимаг. То есть еще аура очень хорошая. Inner Fire 2-2 грейды. То есть без баншей я не знаю, как это убивать. То есть, ну, тут либо нужен Криплорд 3-го левела, тут Дарка. Ну, а Дарка, опять же, она прикольная со спама скелетов, но, как правило, не особо ты их поспамишь. Хэппи, я думаю, сейчас будет экспант ставить как-то, выходить в экспант, наверное. Ну, я просто, опять же, по опыту скажу, что либо вот сейчас как-то вот разводы, убийства рабочих и вот эта беготня где-то... Тут пристава подрезал, там что-то подрезал. Он, кстати, телегу сделал на базе. Если типа Хэппи придет на мейн, чтобы телега закидывала воню юнитов, и он под базой отбивался. Вот. Так вот, по опыту я скажу, что обычно такие рифлы с инерфайром, а с хорошими девайсами и прокачкой героев только баншами контрятся. Ну, потому что там, опять же, миссы эти, антимэджики, чтобы там не зафокусили героев. Сейчас отдаст дестройера. Без там урона. Ой, Хэппи персоналку делает. Забайтил персоналкой. Забайтил персоналкой, кстати. Хэппи есть телепорт. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же он его забайтил жестко. Четвертый гномик. Сейчас башню телегу. Башню пропирает. Сейчас будет баш. Баш. Кстати, в такой ситуации надо арбу гномику было отдать. Ну, потому что там дестройеры летают, и тебе выгоднее у гномика держать арбу. Это минус ТП. А, нет, там сайленс. Дерьте, он тычет в героев. Ну, Тяж пытается на 50 лимита последние бабки заработать. Там инвул на инвул был. Ну, Хэппи неплохо ворвался, но уже всю ману потерял. Сейчас на базе-то как бы не отдаться тут. А почему, кстати, дерево так мало? А, у него одна гуля. Он третий грейд на атаку делает. Став. Хэппи что там по ресурсам? Ну, на экспант есть. Ой, я думал, кстати, будет... Опять же, фрост армора нет. Он опять фрост армор не взял. Помните, я говорил, что
Но опять же, я опять же сужу по игре Хэппи за андедов против вот этой стратер с рифлами, что он обычно делает против Хумана. То есть, во-первых, он берет просто армор всегда, чтобы кидать на героев и там на финдов, чтобы переживать вот этот болт и фокус. То есть я чисто говорю, что он делает. Ну. И вижу, что делает Тяж, он не делает этих моментов некоторых. Опять же, Тяж 51 лимит, если что-то непонятно. Блин, кстати, телега, которая на мейне, она реально круто себя отрабатывает. То есть это Абум, который откидывает. О, кстати, паладина стафнули, а сейчас можно посражаться без паладина. Ну, финдов, конечно, его дистроф отдает. Блин, как же жестко там рифлы фокусят. На ТП развел, но убил столько юнитов. Я, кстати, опять, когда за андедов играл, я тоже понимаю, как дистры уязвимы, если они вот впереди стоят против рифлов. Они буквально там за два залпа умирают, если у рифлов грейда есть. Кстати, Хэппи, пипец, он там пристоп настраивает. Хэппи, наверное, единственный игрок, который там с пристоп по 8 человек делает. Семьдесят лимитов у Хэппи. Ну, я не знаю, как это выиграть. Андед пытается базу поставить. У него нету дерева на этот. Ну, как-то затянуть, не знаю, что тут рабочий здесь поубивать, да? Ну, там лимит 70 на 47. Ну да, единственный вариант тут такой беготни. Сейчас ТП, уже все, это уже минус ТП. Он мог выйти чуть... Куда, зачем телегу-то привез? Он мог выйти отсюда и убежать чуть раньше. Ой, койл уже потратил. Приходится ТП делать. Нужно сайленс кидать. Инвул 15 секунд не отдал. 15 секунд на инвул отдал. Из-за того, что койл кинул какого-то там рабочего. Прикольно, кстати, вонь. Мимо вони пробегает, заражается. Блин, вонь дикая, дикая. Где он спалил то, что там экспан ставится? Или как он узнал? Как он спалил? Все, уже мейн закончился. Халявные присты. Ну, койл нова. Но тут игра идет до того, как Хэппи поймает вражеских героев. Там, учитывая, что нет ТП инвулов. Так, а где телега, кстати? Блин, почему телега на мейн не уехала? Какой счет, кстати, 3-2, да? Ну, Тяж очень близок к победе над Хэппи. Но вот, конечно, то, что он эту игру сейчас проиграет, скорее всего, решающее будет. Потому что я думаю, Хэппи уже за андедов больше не отдаст игры. Один почти четвертого. Но здесь нереально экспант поставить, мне кажется. Ну, андеда ТП нет. Игра идет... Игра идет до первого убийства героев. Зачем он с телегой тут ездил? О, ну все, лич подставился. Ну, кстати, Хэппи гарантированно убивает финдов, просто лишает армии. Ну, тоже правильно. Не знаю, я бы, наверное, в героев тыкал, потому что хз как герои могут уйти. Ну все, ДК не уходит. Сейчас баш будет.
Кстати, сапог начинает решать. Сапог, который я хейтил, который мог быть плюс один рифл вместо этого сапога. Сейчас сапог неплохо так решает. Классный дестройер был. Эпи Инерфайра вообще не накидывает. Хотя там один дестройер остался. А, вот пошел Инерфайр. Автокаст рубил. 2-2 рифлы под Инерфайром. Это, конечно, мне нравится, нравится. Вот телегу оставил бы на мейне, сейчас бы телега откидывалась. Здесь экспан, кстати, скоро дойдя делается. Но только толку от экспанда, когда у тебя 30 лимита. Не, Undead, конечно, под своей базой может долго откидываться, но тут, наверное, уже все. Тут столько рифлов. GG. Это 3-3. Это 3-3. Ну, если бы Тяж эту катку затащил, у Хэппи были бы проблемы. Так, Хэппи затащил, да? Ну, опять же, игра была... Очень гладкая. То есть Хэппи не харасили рабочих. То есть он спокойно в Т3 вышел. Грамотно, грамотно. Так, я сейчас, кстати, пытаюсь понять формат. Смотрите, сейчас счет 3-3. Это седьмая игра, да? Сейчас они будут играть Undead Happy против Humana Tiash. Следующая игра будет точно, потому что будет 4-3, в чью-то пользу будет Switch расами. И будет, допустим, 4-4 счет, ну, условно. А что это с пингом 306 там у Tiash? И если девятая игра будет, то они будут на мейн раз играть. Поэтому очень важно было Тяшу как раз вот предыдущую выиграть. Потому что сейчас ему придется два раза против Undead Happy играть. Там у Тяши, кстати, 300 пинг был. У него поправился, интересно. Кстати, на этой карте лич будет от Happy. 100%. Кстати, первая карта, на которую лича начали гонять. Это, наверное, один из самых долгих шоу матчей. Уже третий час идет. Ну, еще минимум две игры будет точно. Потому что счет 3-3. То есть, ну, надо 5 побед сделать. Минимум две игры, максимум 3.
Хэппи предыдущую катку вообще за Хоумен очень хорошо сыграл. То есть, ну, такой сильный был стандарт через рифлов. Хотя, опять же, я думаю, там вот ошибки тяж очень серьезные были. Очень много серьезных ошибок было от тяж. Погоди, тут опять какой-то фаст алтарь. Опять какой-то фаст алтарь. Кстати, прикольная подстройка под лича, чтобы типа закрепиться. Но опять же, ты можешь сам то же самое сделать с рабочими и лемом. Архимагом также бежать. Забрал мантию. Правда, архимаг получил половину хп. Ну, здесь, кстати, спокойно экспанс ставится таким. Там пинг, наверное, у тяжа. Ну-ка, у тебя был 300 пинг в начале. Он же, когда зашел в игру, у него 300 пинг был. Чего же он стал играть с этим 300 пингом? Сейчас уже, как бы, ну, переигрывать игру не очень хочется. Ну, наверное, будут переигрывать, если сейчас пинг не отпустит. Чаша пинг 300 на каждой игре. Серьезно, что ли? Ну, я думаю, надо переиграть. Я сначала подумал, про что пишет Тиаш, too much people, today is Saturday. Ну, я так понимаю, он говорит о том, что очень много людей сейчас пользуются интернетом в Китае, и из-за этого у него лагает. Ну, я думаю, в Китае всегда много людей пользуются интернетом, независимо от дня. Ну и опять же, надо канал хороший брать. Учитывая, что для Варкрафта нужен вообще минимальный коннект. То есть сколько тебе там надо для Варкрафта? Раньше на этом, на DSL модемах играли. Сколько там, 90 килобит было или что там, блин? Для китайцев матч это в районе 2 лямов человек на один китайский роутер. И... Я вот сейчас хочу, кстати, интернет поставить другой. Ну, в смысле, тот же просто канал другой подключить. Сейчас посмотрю, сколько у нас там максимальный. У нас, короче, максимальный тариф до 300 мегабит в секунду. 1200 в месяц, либо 600 рублей в месяц, если на год сразу оплатить. У меня сейчас стоит 80 до 80. Но опять же, если 300-ку ставить, надо роутер другой ставить. Покупать дороже роутер.
Потому что у моего текущего как раз пропускная способность там что-то типа 70 или 80. Советуете, кстати, роутер? Один гигабайт за 1000 рублей беру. Ну, я в Москве, наверное, есть такие гигабайт за 1000 рублей. Хотя, что-то мне кажется, дешево. У меня просто на текущем провайдере у них только 300-ка есть. У нас даже гигабита нет. Тем более, я даже не знаю, кому нахуй гигабит нужен. Ну, типа, обычному пользователю зачем гигабитный интернет нужен? Чтобы загружать 8К фильмы. Кинетик. Роутер кинетик. У меня роутер сейчас асусский, но он такой дешевенький. Я не помню, я его там за 1000 брал или типа того. Зачем тебе для Ютуба гигабитный канал? Ну, у меня типа у меня до 80 мегабит в секунду, у меня, ну, понятное дело, Full HD моментально грузится, даже 4К, ну, 4К я давно не смотрел видосов. Ну, может, они там, типа, секунду подождать, и оно подгрузится. Но я не помню, чтобы проблемы были. Ну, хотя, если у тебя, как бы, допустим, большая квартира или дом, и у тебя, например, да, там, условно, в доме там подключено какое-то количество гаджетов и какое-то количество компьютеров, то да, имеет смысл широкий канал сделать. Потому что, ну, если ты один, как бы, то тебе там сотки вообще за глаза хватит. Но если да, если там несколько человек и постоянно кто-то там фильмы смотрит, там, не знаю, грузит что-то. Они на нетызе пошли играть, окей. Блин, надо быстрее заходить на ТИС. Быстрее, быстрее, быстрее. Блин, у меня он, по-моему, не обновлен. Блин, я сейчас не успею зайти. А, нет, вроде обновлений нет. Хорошо. Хорошо, обновлений нет. У меня, кстати, премиум закончился. У меня премиум закончился на этом. Короче, они две игры хотят через NetEase сейчас пустить. А последнюю игру, ну, последняя игра, если будет, то на этом. Опять на батл. Ну, на этом. Ну, вы поняли. Что за провайдер? 80 мегабит нигде уже нет. Так это дешевый тариф. У меня почему? У меня есть, я вам скажу, у меня есть это самый дешевый у нас, короче, 400 рублей в месяц до 30 мегабит. Но опять же, если на год оплатить, то там по 250 рублей в месяц. У нас есть, короче, самый дешевый, это да, до 30. У меня просто до 80 стоит, мне как бы хватает. Там на телевизор, там на девайсы, на второй комп, там. Ну как же, я же не в Москве живу. В Калифорнии. Кстати, вы удивитесь, какой у нас интернет дешевый в России. Я там с БСП разговаривал, он говорит, у них там интернет пиздец дорогой. Ну, в Канаде, короче, он живет. У них там интернет, блин, я уже не помню, что он говорил, но он говорил, что там, типа,
очень маленькая скорость, там типа баксов 50 канадских долларов ты платишь за, там условно за 10 мегабит в секунду. Что-то типа-то. Ну, короче, он, особенно мобильный интернет очень дорогой. Ну, короче, я сейчас это себе буду вот этот ставить максимальный тариф, наверное, на 300-ку. У меня там еще халявные будут месяцы интернета. Посмотрю, как, есть ли разница с 300. Только надо, я говорю, роутер надо мощнее, потому что, ну, типа, ты можешь поставить себе гигабитный канал, но если у тебя роутер пропускает только 80, то у тебя так и будет 80. В России с интернетом вообще очень все хорошо, я бы сказал. Ну, как бы и с каналом, и со скоростью, и с ценами. Вот. Мне какой-то там написал, что-то. Блин, там опять, короче, этот. Короче, на тызе этот. Китайский ID просит. Да при чем тут от доходов, не доходов? Я просто говорю, что если, ну, сравнить. У нас же есть региональные цены на игры компьютерные, все дела. Понятное дело, что когда у тебя там, не знаю, другой доход, тебе, например, пофиг, что ты там 100 баксов за интернет будешь платить. Мы это не сравниваем. Просто, например, скажи какому-нибудь европейцу, что у тебя там, ты за интернет платишь, не знаю, там 10 баксов в месяц, и у тебя там условно там 100-мегабитный канал, они охуеют. Так, ладно, давайте по игре. Так, я что-то забыл, кто есть кто. А, Happy Undead, да? Все, окей. Happy Undead, он ДК решил сделать. Он поменял страту, кстати, учитывая, что они переигрывают, и Хэппи поменял стратку с лича на ДК. Интересно. Хотя вот, кстати, сейчас я вот по поводу интернета, если этот... У меня провайдер интернет, который мобильный, они цену, сука, повысили. Причем так весомо, там рублей на 70, что ли, типа того. Вот. То есть я там за... Безлимитный нет, с кучей звонков, с кучей смс плачу там 500 рублей, типа того. Погоди, а тут же другая карта. Другие крипы, да, тут волки какие-то. Здесь провальный крипинг, сейчас футмен отдаст. Кольцо выпало, не повезло. Ну, со второго захода будем экспанс ставить. Там раненый рабочий, Хэппи, естественно, его знает.
его видит, бежит за ним. ДК пока нет второго. Блин, из-за того, что зум, здесь юниты как будто медленно бегают. Ой, куда рабочий? Это второй левел, очень важный второй левел. Но Хэппи не должен отдавать вот этого кобальта. Должен койл в него кидать. Ой, не успел! Кольцо плюс 4 может забрать. Хэппи, может, кольцо плюс 4 не забрал. Ну да, конечно, дроп. Просто пососный. Ну, два кольца. Просто помните игру, где Тяшу выпадали когти, цирклетки, и он дэмэджем делал все. Здесь, конечно, другая игра. С кольцами бесполезными. Типа кольца прикольные, когда там под лейт гейм, когда там арбу там задефать. Чтобы у тебя, типа... Ну, здесь, конечно, всегда нужны цирклетки, нужны когти, нужен дэмэдж. Потому что Архимаг — это чел, который делает дэмэдж. Ну, можно сейчас продать эти два кольца. Но, опять же, продавать нет смысла, у тебя 500 голды. Зачем тебе продать? Ты уже Т2 нажимаешь. Кстати, вот сейчас Тиаш послушал мои стримы, понял, что нужно дефать экспанд, он его дефает. Так, тут забежали. Гули убили рабочего одного. Неплохо, кстати, гули мешают, потому что с деревом проблемы. Вышки-то нету. Рахимага 3... продал, кстати, одно кольцо. Причем продал, которое плюс 4 дает, потому что оно дороже. То есть его выгоднее продать, чем кольцо плюс 3. Разница в один армора, но кольцо плюс 3 стоит, по-моему, там 67 голды или что-то, сколько типа того. Или 70 там. Короче, ну, дешево. Вот, а кольцо плюс 4, по-моему, 180 голды или типа того. Так, ну весьма быстрый Т2 у Тиаша. Сейчас он третий левел здесь делает. Слушай, ну хорошая ситуация. Эпи пока непонятно здесь, как вообще пушить. То есть, ну, он будет так же пушить, как предыдущий катк. В принципе, у него Т3 наполовину. Лич уже вышел. Здесь, конечно, третий архимаг. Ну, сейчас Элема зафиксит здесь. Начинает вышечки добавлять. Да, Элема зря вызвал, просто эксплуат дал. Но опять же, выигрывает время, то есть Undead не крипится в это время. Ой-ой, сейчас... Ай, какая отдача. И флют забрал. Как же это больно сейчас было для Тиаша. И как же классно было для Хэппи. Забрал двух футменов, забрал флют. Еще докрипливается. И здесь получит практически третьего ДК. А Тиаш хотел закрипиться по-быстрому. Забрать шреддера и забрать, скорее всего, еще дирижабль. И попытаться там как-то... Блин, ну это очень было больно для Тяши и красиво для Хэппи. То есть вот этот мув, который сейчас, ну, практически на победную карточку вышел. Очень сильно он здесь выиграл по времени. Это, опять же, был четвертый для Архима. Вышек мало. Три вышки. Нету грейдов на Масонере. Ну, я рассказывал, почему на Масонере делаются грейды на Амазоне и почему на вот этой карте их, например, не будет. Ну, это очень похоже на... победу за Хэппи. Хотя Хэппи хочет экспанд ставить, не хочет пушить. Здесь у Хэппи не хватает скаута, он должен был увидеть, что всего три вышки на мэйне и на экспанде, это очень мало. И таким количеством гулей первым дестроем их пушится. Но Хэппи не делает разведку и делает просто стандартный экспанд.
Который гарантированно он задефает, наверное. Ой-ой-ой-ой, лич. Блин, как же больно. И опять грифоны, как на Амазонии. Грифоны на этой карте также плохи, как и на Амазонии, в принципе. Ну, чуть получше. Здесь хотя бы не три гранитных голема. Точнее, не три голема, один гранитный. Ну... Но... Опять грифоны. И Хэппи увидел грифонов, он скелетом разведку сделал. Хэппи прямо сейчас уже может подстройку под грифонов делать. Но опять же, подстройка против грифонов — это просто финды стандартные. Можно, конечно, гарк настроить, но... Ну, с экспандом гарги легко законтрят грифонов, естественно. Блин, ну такое... Вот, по сути, вот один... Вот эта одна отдача вот здесь, и уже игра перевернулась. У Хэппи уже экспанд. И сейчас будет настраивать лимиты. И Хэппи контролирует игру. Еще и флют забрал. Важная флют. Флют. Ой, опять рифл. Опять рифлы. Это что, рифлы с грифонами? Варды. Ну, варды их андеду не особо нужны. Ну, в битве поставят, помогут. На крипинге, понятное дело, они им нужны, у него хил. Дарка берет с третьим героем, естественно. Ну, Дарка идеальный герой андедовский. Сайленс очень силен. Блин, зачем он рифлов делает? Это рифлы с грифонами. Еще где-то кольцо застырил. А, это плюс 4 наверху выпало. A player's forces are under attack. Ну... Сейчас минус конь будет. Тут можно в наглую просто за хуманом бежать, там нет стафа. Ну, не, это все, это победа Хэппи здесь. Гном без экспы вообще. Сейчас просто сожрет трех рифлов на халяву. Блин, как же игра развалилась, да, в один момент. А вроде неплохо стартанул. Стартанул тяж эту игру, но Хэппи, конечно... Чувствует вот эти моменты, когда где-то кто-то крипится. Ну, уже все, как бы. Забей. Размены за Хэппи, он сейчас пойдет крипиться. У него экспанд стоит. Ну, с экспандом андеда выбить очень тяжело. Да тут, да, на... По поводу колец, на самом деле, учитывая, что он, в принципе, задефался нормально, кольца особо здесь не мешали ему. То есть то, что ему выпали, да, ну, лучше, конечно, когти были бы. Но, опять же, эти кольца особо не помешали ему нормально задефаться. Ключевой момент в игре был вот здесь, когда Хэппи успел забрать этого... Ну, во-первых, этот крипджек забрал шестого левела, забрал эту ауру. И еще убил несколько футменов. То есть, если бы он не крипджекнул, здесь бы забирается шреддер, забирается, скорее всего, дирижабль, какой-то попытка хараса. Ну и как-то выигрывание времени. Вот. Опять же, было бы все намного лучше. А так мы видим первый левел паладина, первый левел гномика. И полный контроль андеда. Ну и андед сейчас просто выходит 80 лимита. В идеале баншей, наверное, добавить. Сразу. Это получается у нас будет... Какой счет? Сейчас 3-3 счет, да? Или нет? Блин, я уже забыл, какой счет. Это седьмая игра, да? Счет 3-3. Да, счет 3-3. То есть это будет 4-3 за Хэппи. Потом они поменяются расами. Если будет 4-4, то будет решающая игра. Хэппи будет за андедов. Не-не, ну я не знаю, как это выиграть с первыми левелами героев.
Став есть? Став куда-то отдал. Но мы уже видели карту на Амазоне, где там Грифон ничего не сделает, здесь то же самое будет. Посмотрите разницу в левелах героях. Там 5, почти 5-5, 3. Здесь паладин и МК первого левела. О, еще и это выпало. 14% урона. Кстати, сильно занерфили вот эти артефакты. Сейчас бы был 20%, а вместо этого 14%. То есть 6%. Что там вы спорите? Умные артефакты не важны? Нет, воркера важны. Я уже объяснял, ты же на стриме с самого начала. Разница между тем, когда тебе Undead подпушивает, ну, карасит твой экспан, и когда тебе падают для Архимага когти, там, церклетки, мантии на плюс 3 инты, и когда тебе падают кольца, это разница катастрофическая, потому что на этой точке падают когти плюс 9, на этой точке падает церклетка, либо когти плюс 5. И разница между тем, что у тебя Архимага будет плюс 14 атаки от двух когтей, это, по сути, на 50% у его урона апает. И разница, когда у него будет два кольца плюс 3 и плюс 4, катастрофическая. Особенно, когда там ДК подставляется, если у него еще ауры нет, а у него не было ауры. Ты просто нереальный дэмэдж делаешь по ДК, и он не может тупо подбегать. И ты гулей там убиваешь два раза быстрее. Это нереальный буст. И опять же, даже под Concealed Hilde можно судить, как Тиаш в итоге с этими когтями забегал на мейн с Архимагом. И там и Гулей харасил, и все. Ну, это как бы... Просто это... Ты не хуман, ты не в курсе. Ну, представь, что у тебя у Блейдмастера, блядь, кольца вместо когтей. Что ты будешь делать? Пососешь? И все. Хэппи уже третью базу ставит. Ну, здесь не важно то, что игра затянулась на 80 лимитов. Во-первых, у Тиаша грейдов нету ни хрена. Во-вторых, вот этот микс из 5 грифонов, 4 хап ничего не убивает. И двух коней. Чтобы это все убивало, тебе нужен паладин третий, там, гномик третьего хотя бы. А когда там 5-й лич и почти 5-й ДК... Тяж тоже третью базу ставит, охуел. Блин, мне нравится то, что Хэппи не играет с баншами в этой катке. Блин, гномик с фулл маной под сайленсом вторым. Не может клэпнуть. Первый раз клэпает и умирает. Задефал, кстати, фойл. Блин, он дистров контрит хавками, точнее пытается. Ну, так-то, кстати, лимиты равные, но сейчас умрет все. Сейчас герои начнут убивать. В этом лимите важно, что герои андедовские в данной ситуации сильнее за счет прокачки. Опять же, была бы намного больше разница в этой игре, если бы герои были прокачаны у хумана. В битве гномик сделал один клэп и стафнули его. Все. А там лич кинул 3 нолы. Разница огромная. Есть, конечно, 5 дистров, построить просто там, не знаю, 10 вертолетов. Но воркшопов нету. Хотя воркшопа можно было бы добавить. Но уже поздно. Блин, если бы вертолет раньше добавил, он бы убил всех дистров. Может бы и получше ситуация была.
Блять, мне надо перезайти в этот ебучий NetEase. Конечно, на NetEase, ну, в Китае же очень жесткий контроль по поводу игр. А, мне теперь... Все, меня теперь не пустят, блядь. Ой, блядь. Сейчас придется рестримить, короче. Меня не пускают, потому что мне нужен китайский ID вбить. Короче, придется рестримить. Ну, вот эту катку порестримим, короче. Потому что они опять... Ну, если будет решающая последняя девятая игра, то будет опять на ВК3 Champions. То есть мне нужен китайский ID. Он меня просто выкидывает с сервера. Короче, объясняю. В Китае есть закон о том, что... короче... о детях, которые, типа, не могут больше часа в день, что ли, играть. Ну, там, дети, до, не знаю, до 18 или до 16. И, короче, чтобы контролировать, естественно, их, там нужно везде по паспорту регаться и т.д. Вот. И, типа, условно, ты заходишь там в катку в доту сыграть, вот, и тебя только на час пускают. Ну, короче, там все сложно. Ну, прикиньте, короче, вы там подрубаете компик, играете в дотку там, и вам просто мамка подходит и отрубает, короче, комп, вот там примерно то же самое. Ну, у меня там был, короче, зареганный какой-то, мне там китайцы делали, но он, типа, видимо, его надо обновлять как, какое-то время. Короче, меня сейчас просто с сервера выкидывает. Ну, ничего, сейчас я просто это... Так, а я, кстати, катку-то обновил. Хэппи выиграл, да? Сейчас просто Теда перестримим. А если будет финальная игра, то будет на этом. Так, делать ставки, пойду поссать, схожу тут что-то. Уже 3 часа не ссал. Что导致了 0-0 2轮骑士 打不出来. 1轮骑士 打完了以后, 另外一轮骑士是有些 空军没网在地面的, 伤害不够了, 知道吧? 好, 再把那个 0-0 要力气出发了, 0-0 再把开矿了, 好吧? 力气出发, 走一个, 走, 开矿, 就那么执行, 是吧? 反正你 happy 不会半输球, 打的就是你不会。 这把本来就是准备送掉啊, 林可啊, 所以林可连续两把打网也要确保最后一把 off, 这也是一个战术, 这也是个战术, 一把 off 的确实可以选的, 这个也没毛病, 但是呢, 首先有个条件, 你他妈要上一把能赢才能选的, 是不是? 你是要把你的赢, 啊, 赌在了最后一把, 那万一对面真是两把网也打完了, 不就没了, 那你选这个 off 的最后一把, 没有意义的, 是不是? 他赢了上一把以后, 现在你可以分析, 就Happy是故意把第九把留在了一个 OFF 的一个 U5的一个主机打, 是吧? 对于他来说是一个优势品, 但是你有什么问题啊? 他上一把又输了, 这一把又没了, 有第九把吗? 没有了呀, 这个谁说得清吗? 好,现在主要是练完, 这里的一个大法师的话是, 出来后赶紧把这个四级怪一拿, 这个时候不拿宝物了呀, 知道你要开了, 大法师第一时间过来, 这边的一个双线练完, 打了一个家务爪, 没有办法拿, 00的半数教导是可以拿个宝物的, так, я сейчас за андеда и пытается поставить экспанд. А Хэппи идет сюда подпушивать. Сразу гулей подставляет. О, сразу второй левел. Жестко. Ну Хэппи нужно одну катку выиграть. Тяж нужно две, чтобы выиграть.
等这么的一个火枪加盟跟出来了的Это,话，кстати, без ума играет вообще.输了В смысле, даже,可能ну,信心一些，你守不住啊。然后这边стримит的игры. Happy Dance Ой,输了，как он подставляет гулей. Кто за Ой, Jamming выжил? А, нет, не кто выжила. за Пипец, он там гулей наподставлял. Ну, здесь все, Хэппи, конечно, подпушивает нормально. Возможно, будет быстрая каточка. Не, ну тебя же, кстати, один раз только за Undead проиграл. Так что... Ну, две гули уже потерял. Сейчас третью потеряет. Ай, третью потерял. По-моему, за Denial. Сейчас еще Калита потеряет. Ну, Хэппи тут прямо затрахивает его. Оооо. Такое, такое, конечно. Химак тут на 20 хп. Продолжает Хуман подпушивать, но у него ситуация великолепная, лично второго. Гулей там передамажил. Правда, Архимаг, конечно, с 50 хп. Стремненько подбегать. Ну, тычку, тычку в Архимага. Тычку в Архимага. Тычку. Сапог взял. Ой-ой-ой. А, отменяет. Хэппи хочет еще одного Элема вызвать, я так понимаю. Отменов почти всех спас. Забирает здесь когти. Ой, с личом разминулись. А самый прикол-то в чем? Что Хэппи то же самое делает за Хуманов, как играл за Андедов. Он опять идет щемить экспанд. Он сейчас отменит экспанд, и это ГГ будет. Вот это отмена экспанда, это ГГ. А Лич-то разминулся с ним. Ну все, отменяет экспанд. А Тиаш в это время криптится гулями. Ну, вот такая отмена экспанда, это, наверное, уже все. Причем у Тиаша куча ресурсов. Но отмена экспанда, это 2-то не идет. Возможно, сейчас будет 5-3. Ну да, отмена экспанда, там уже гномик готов почти. Еще гулей теряет. Ну здесь, конечно, тяж что-то это... Слабенько отыгрывает. Хэппи это тот, который топ-1 за нежить в мире? Нет, это Хэппи, который топ-1 за Хумана в мире. Ну я не знаю, как здесь уже, блин, камбэкать Андеду. Экспант ему не дали поставить, это Дота ХЗ как-то там видит. Хотя Лич третьего. Но опять же тут ситуация такая, что Хэппи сейчас просто крипится. Там все равно продолжает экспанд ставить тяж. Ну, настолько поздно. Там есть Т2 какой-то у Андеда. Тед, к сожалению, не показывает, есть там Т2 или нет. Сейчас, кстати, экспант от Хумана был бы вообще неплох.
Потому что тут такая ситуация, что Хумана может что угодно делать. Блин, может Лич развернется и просто Архимага убьет, не? Надо блочить проход. Блин, он должен был Акалитом подблочить проход. На пофиг будет пытаться отменять экспант, естественно. Да нет, это отмена. Ну это 5-3. Блин, я рассчитывал, что будет все-таки решающая катка интересная какая-то. Но здесь, ну, я не знаю, как тут Хэппи может отпустить эту игру. Там 28 лимита, я так понимаю, там Т2 нету. Или есть там Т2, я это не пойму. И Хэппи экспант стоит. Ну, сейчас уже, да, тут гарантированный экспант. А, там Т3 уже? Блин, ну было бы прикольно, если бы у Undead Т3 был бы вместе с экспандом защищенным. Но тут дерева нету на экспант. Опять подходит на экспант. Ну, я не знаю, тут, наверное, уже... Какие тут ауты могут быть? Как-то затянуть игру? Ну как? Он ДК сейчас нечем крипить. Хэппи контролирует ситуацию, забирает центральные точки. Короче, такое все. Плюс 6. Ну, дроп пока. Ну, хотя, этот, камень маны. Нормальная тема. Здесь когти масс выпали. Не знаю, у Хэппи уже экспант работает. Сейчас еще параллельно Т3 закажешь. Там, по идее, должно быть все нормально с ресурсами по дереву. Блин, Тед, конечно, особо не показывает базы. Я вот по КД показываю базу. Есть ли там какой-то грейд? Нет. Мне кажется, Тед там, короче, что-то втирает. Какую-то дичь втирает. Типа из разряда, это... Он же бизнесмен там, у него там свой ресторан, наверное. Рекламирует постоянно ресторан свой. Приходите ко мне в ресторан. Короче, продажник. Пытается что-то продать. А вот, знаете, на китайский рынок пришел. Я был, кстати, один раз в Шанхае на вот, типичном туристическом китайском рынке, который специально для туристов. Один раз я там был. И там практически все китайцы могут на русском говорить. Ну, там не прямо идеально, но могут. Вот, я когда там был, это просто пиздец. Ну, это как в принципе, наши рынки. Типа там тебе пытаются что-то втюрить, и ты начинаешь торговаться. Там, знаешь, начинается, типа, сотка юаней за там за какой-то брелок. Он такой говоришь, 5 юаней. Он такой говорит, ты охуел, давай 80. Ты такой раз и до 50 скинул, купил какую-то хуйню, которая тебе не нужна. Вот так это и делается. Зиккурата просто здесь страдают. Ну, Хэппи экспант. Что я могу сказать? Да, блин, ну вот последняя карта, конечно, у Тиаши не сдал. Но Тиаши очень хорошо отыграл этот турнир, в смысле этот шоу-матч. По сути, он с последних игроков самый близкий был, чтобы Хэппи выиграть. И в паре игр, вот где он такие ошибочки тупые допускал, он мог и за Хумана еще выигрывать. Вот типа на Амазоне очень хорошая катка была. Вот 63 на 36 лимита и саплай блок. Блин, я хотел решающую, конечно, девятую игру посмотреть, но... Минус 2 финда. Ну там экспант работает, забей. Там Т3 делается или нет? Там он второй барак поставил. Не знаю, зачем Хэппи второй барак. А, он Т3 не стал делать, он просто масс рефлоп делает. Ну, проще было Мартир сделать, чтобы прийти на мейн.
口了，砍人口了。现在这一波是30人口打68人口 ，Happy 这一波的人口呢是比00高了一倍，我高了整整一倍呀，我真是。Ну, так это и делается, да. Потому что всегда на рынках оверпрайс сначала стоит. Потому что, смотри как, допустим, ты... Ну, здесь уже по игре нечего говорить. Потому что здесь сейчас гулей убьют, и там два героя только. 29 лимит на 63. Допустим, на рынке стоит какая-то вещь, не знаю, ей себестоимость, там, не знаю, $10. Ну, или там, не знаю, 500 рублей, да? И тебе ставят изначально цену, там, не знаю, в 2000 рублей. Или в 3000 рублей. Вот. Хотя себестоимость там пятихатка. Потому что, как бы, они знают, что если ты подоргуешься, ну, там скинешь, там, не знаю, до 1000, и они все равно в плюсе будут. А ты можешь купить и за 3000. Так что вот так. Ну это как, знаете, есть люди, которые продукцию от Apple покупают. Блядь, я все время угораю, когда там, знаешь, это какие-нибудь колесики для компьютера этого Apple-ского продают там за $1000, и есть люди, которые покупают, блядь, 4 колесика за $1000. Что с ними не так? Хотя есть люди, которые в Diablo Immortal донатят. Какой-то чел, кстати, недавно слышал новость, $200 000, что ли, задонатил в Diablo Immortal. Стал таким сильным, что у него теперь нищится катка PvP. Капыч приходит в китайскую лавку и говорит: дай мне красные сапоги, это будет стоить тебе 1 рифла. Ну, сапоги стоят 250 голды, рифл стоит 205. По сути, ну, цена рифла. Опять жук Константин умирает. Жук Константин сегодня не тащит. Ну что там, тяж, ливницу, нет? Блин, ну вот это, конечно, ну тут понятно было после двух отмен экспанда. Вот когда еще третий он там делал, ну в теории могло быть шанс, но нет. Вот с этих хэппи здесь неправильно сделал то, что добавил второй барак для рифлов. Почему неправильно? Потому что вот пушить базу андеда с рифлами, ну тяжело. Он просто мог мортирницу добавить и сделать пару мортир, и быстрее просто бы сломать, и быстрее бы выиграть. Почему Константин? Ты это ни к чему не обязываешь тем. Это типа, знаешь, как рифл Вася там. Или, не знаю, там, футмен Василий. Олежа. Просто прикол. Типа рандомное имя называешь. Типа смешно должно быть. Ну, Хэппи мог, говорю, пару мортир здесь сделать, быстрее бы просто пропушить. Понятное дело, что шансов никаких здесь у тебя аж нету. Даже если он сейчас гномика убьет, неважно будет. А были бы мортиры, уже бы пазы сломал. Ну блин, ну ТП делать. Тяж, ну ты серьезно не хочешь ливать? У тебя один рабочий. У него один рабочий. И почти сдохла база. И 30 лимита, а там 80 с экспандом. А бом Анатолий. Ну типа того. Даже Хэппи бы в этой ситуации бы ливнул за андеда. Mm.
兵啊，拿那个毁灭去烧一下，去烧一下你这边的一个农民，烧得很疼。再把那个许多零零四家里一点人。这是你不能修复Acolytes。У Хэппи до сих пор футмен какой-то живой. А Жук, кстати, до сих пор в алтаре. Его как давно убили, он там так и сидит. А тараканы, они всегда прячутся. Давай ТП еще сделай, давай еще посидим тут полчаса. Ну, блин, Хэппи затянул игру тем, что воркшоп не поставил. Либо Т3 сделал вместо бы второго барака. Не, ну тебя красава. Он за Андеда неплохо отыграл. Кстати, почему я говорил, что та игра решающая была вот? Где он за Андеда проиграл. То, что как раз сейчас бы счет равный был. И была бы еще решающая. Ядрить там лич застрял. Лича не выпускаем. Все. Лича выпустили. Тед сказал GG, значит GG, но Тяж не слушает его. Тяж в наглую не слушает. Хотел Лича выкупить. Все, GG. Все, наконец-то закончили. Блин, ну прикольная серия получилась. Реально достойная серия. Очень достойная серия, ребятушки. Всем спасибо за стрим. Мне надо что там по делам все дела. Завтра там. Завтра АТР, завтра еще этот, как и квали. Завтра много всего. Все, всем пока. Спасибо за трансляцию. Получается 5-3 за Хэппи.